Так, всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала. Сегодня у нас в гостях стример и, в принципе, деятель по героям меча и магии, и не только, которого мало кто не знает. Но на всякий случай, для тех, кто, может быть, не знаком, а на YouTube, я думаю, такие ребята будут, мы для вас, в общем-то, подготовили видеопрезентацию гостя, с которой вы сейчас, собственно, и познакомитесь. После чего мы вам представим гостя и познакомимся с ним лично. Киев, город-герой, мать городов русских, вторая столица Украины после Харькова. Крупнейший город Украины с населением почти 3 миллиона человек. Имеет аэропорт, метро, железную дорогу, систему городского общественного транспорта, а также водный транспорт за счет расположения города на реке Днепр. Золотые ворота, Софийский собор, Киево-Печерская лавра, Мариинский дворец, дом с химерами – это далеко не весь перечень достопримечательностей города. Киев справедливо называют одним из самых зеленых городов мира. А некогда когда он считался самым зеленым. Киевские каштаны – один из символов города. Иногда они цветут по два раза в год. Этот город подарил нам Александра АК Тварину. Он является украинским стримером, организатором офлайн и онлайн турниров по игре «Герои меча и магии 3», комментировал такие игры, как «Герои 3, 5», а также «Хардстоун», популяризировал проект «Heroes 3 TV», с 2006 года увлекся киберспортом с выходом пятых героев. В 2011 году увлекся стримингом и с 2012 года начал активно стримить третьи герои. На данный момент собрал на Твиче аудиторию свыше 62 тысяч человек и на Ютубе свыше 11 тысяч человек. Побеждал в самых престижных турнирах Giga Games и Битва Героев от Нивал Интерактив в 2006 году по Героям Меча и Магии 5. Плюс победы и призовые места во множестве других турниров по пятым героям в разных форматах на сайтах Геройская Лига, Геройский Портал и Мир Героев. Также выигрывал первое место в турнире «Кто сильнее, злые против добрых» в 2012 году по пятым героям. Выигрывал турнир «Новичок» 2012 года, а также выигрывал номинацию «Новичок 2012». Занимал третье место в турнире «Double Up», третье место в турнире «Любимчики в бой». В 2014 году победил в прайм-тайм конкурсе стримеров от портала SC2 TV. В этом же году в Киеве провел турнир «Киев Open Cup» и занял в нем третье место. Также отметился третьим местом в блиц-турнире в Москве. В марте-апреле 2015 года Тварина провел первый шоу-турнир по третьим героям под названием «Первый шоу-турнир по Heroes 3 Horn of the Abyss». Занял второе место в турнире Only Excel, выиграл турнир М200 под 10 номером, победил в номинации «За вклад в развитие геройского движения» 2015 года. Также занял второе место в турнире «Вне закона». С 2016 года стал официальным комментатором студии Starlight. Организатор фестиваля «Укробилли Выбу», крупнейшего в Восточной Европе фестиваля жанров рокобилли и сайкобилли, является автором обучающих видеоуроков для новичков по игре «Герои меча и магии 3». Сегодняшний выпуск должен познакомить зрителей с Твариной и раскрыть его личность прежде всего как человека с разных сторон. Так, перейдем тогда к биографии. Кем были твои родители, когда ты родился? Ну, то есть, кем они работали? Ну, смотри, папа, он всю дорогу авиаконструктор, он строит самолеты, ну, работает в лаборатории. Там углубляться в подробности я не буду, он до сих пор работает на заводе «Авиант» в КБ, и на тот момент он уже работал там. А мама тогда, по-моему, работала вообще оператором ЭВМ, если я не ошибаюсь. Сейчас она простой бухгалтер уже очень давно, но вот в те времена, когда я был маленьким, я просто помню, как мы типа с братьями, у меня два старших брата, мы ходили к маме на работу, и тогда я впервые вообще увидел компьютер. А на тот момент это типа здоровая такая машина, которая занимает всю стену. Вот. И там я впервые вообще поиграл в какую-то типа подобие компьютерной игры. Поэтому, ну, наверное, на тот момент она вот работала именно оператором ЭВМ. Ну, то есть, в принципе, родился ты не в особо богатой семье? Ну, это типа средняя семья, это не бедная семья точно, но и не богатая, среднего достатка. Наверное, ну, типа, сейчас бы это называлось, ну, наверное, средний класс, я не знаю. Ну, в принципе, да.
Сколько у тебя братьев, сестер? Я знаю за одного брата, как минимум. Два брата у меня, оба старше, я типа самый маленький. Вот, старший брат, у нас разница в 12 лет с ним. Немало, да. В детстве во что любили играть? Если речь про компьютерные игры, то, ну, не Ну, знаю, все компьютеров же описано. поначалу не было. Не знаю, футбол. Ну, типа, когда я родился, дети тогда гуляли на улице, вот, занимались, не знаю, активностями различного порядка, занимались спортом в том числе, вот, играли в футбол, в баскетбол, в секциях и просто так, просто проводили время, вот, всячески на свежем, воздухе, находя себе различный досуг. А потом уже, ну, компьютер у меня тоже достаточно рано появился, и там пошли какие-то игрушки. Но их было, я не знаю, не так много. То есть все, что было, во все я играл, мне это нравилось. Ну, изначально ты все равно начинал, наверное, в компьютерных клубах, да, знакомиться с Нет, в людьми. том-то и дело, что у меня нетипичная история. Когда у меня появился первый комп, компьютерных клубов как таковых не было. Я уже не помню, каким образом, но это типа все старшие братья, то есть они как-то там наруливали еще какие-то первые поиски. У меня, ну, там поиск, какой-то Celeron, какой-то Pentium там. Ну, то есть градация компьютеров в наследство от старших братьев, скажем так. Когда они типа позволяли мне поиграть, вот, то, ну, так вот было. А компьютерные клубы появились гораздо позже. А, навскидку, если вспоминать, то не знаю, лет через 10. Я в компьютерные игры начал играть, когда мне было, не знаю, лет. Ну, в первом классе точно я уже играл на компе дома у себя. И поэтому как раз я не был завсегдатаем компьютерных клубов, потому что когда они появились, во-первых, у меня был дома комп, во-вторых, типа мне тогда не особо, ну, в досуг было играть вот именно в такой локации в компьютерные игры. Мы с друзьями другими штуками занимались. Это было интереснее, скажем так. Ну это да. А кем мечтал в детстве стать? Или, может быть, родители хотели, чтобы ты стал? Не было какой-то определенной мечты, вот, даже не скажу, не было там мечты стать космонавтом, не знаю, доктором. До определенного момента я не знал еще, кем я буду в жизни, но, в принципе, до сих пор такая штука, это в какой-то степени даже мне помогает, то есть я такой человек, который не загадывает на будущее, не ставит себе каких-то определенных целей. То есть это звучит как-то двояко, да, не ставить перед собой цели, но имеется в Далеко виду, вперед не что смотреть, да? да, то есть катиться по струе и находить что-то в определенный момент, что тебя заинтересует, и этим заниматься. Ну, так произошло в свое время и с играми, и с концертами, и с другими моими увлечениями. То есть если бы я прям был, ну, скажем так, среднестатистический человек, который, ну, строит свои планы так, что типа там учеба, там семья, работа, дети и так далее, то, короче, не было бы тварины, на которого все знают сейчас. Это да. А в школу, хотел ли ходить вообще и как учился? Да, в школу мне было ходить абсолютно не впадлу, скажем так, было норм. Учился я до 5 класса вообще супер круто. Я был типа там отличником, и меня даже хотели перевести, насколько я помню, на 1 год вперед. Ну, типа там история такая, что я поздно пошел в школу, во-первых, у меня получился день рождения зимой, и я пошел в школу, ну, формально в 7 лет, и типа уже сразу наступило 8 лет, когда, ну, типа все были, ну, формально на год младше меня. Вот, то есть я как бы на этом фоне немножко выделялся, но именно, ну, по возрасту, плюс я был достаточно таким высоким, большим мальчиком, я не знаю, не расту с 14 лет, то есть рост у меня 185 сантиметров. И знаниями я тоже не был обделен, то есть до 5 класса я был прям, ну, это было изи, я там щелкал эту учебу, ничего сложного не было. Естественно, я отказался переходить на класс старше, что я дурак, что ли, я посчитал все варианты, что здесь я типа самый крутой, самый олдовый, а там я буду наоборот, ну, формально типа младшим каким-то папашкой, и это, ну, не очень плюсовое решение. Вот. А после 5 класса
опять же, учеба отходит на второй план, уже не так интересно этим заниматься. Да и до пятого класса, на самом-то деле, я бы не сказал, что это прям вдохновляло, просто это было легко. Поэтому и были такие результаты. Потом уже пошли какие-то тусовки, ну, школьные какие-то, да, и учеба уходит на второй план, там я начинаю учиться уже, ну, типа, хуже, но в конце классу, с 9 по 11 я выравниваюсь и заканчиваю школу, ну, без строя, как минимум. Неплохо так-то. А какие предметы любил и, может быть, какие-то вообще прям ненавидел? Ничего не любил особо и ничего не ненавидел. Ну, типа, я не особо любил химию и физику. У меня одно время даже в школе, когда я учился, когда я уже тусовался, не знаю, на концертах, у меня было негласное прозвище Саша Физик, потому что я прогуливал физику и вообще не ходил на физику просто. Там получается, что ее ставили в какие-то дни там первыми уроками, а перед этим днем мы, типа, тусовались и, ну, просто забивали ходить на это все. И вот так вот. И химию, можно было и Саша Химик, я тоже, типа, вот эти, физика и химия точно не мое, 100%. А, насколько я знаю, ты учился на парикмахера, но бросил ради музыки, так? Да, но это было потом. Все верно, информация проверенная. Было. Ну, говори. После школы я, значит, тоже не знал, куда мне поступать учиться. Не было каких-то там планов. Тогда все шли учиться либо на юристов, либо на бухгалтеров. Ну, это типа две самые такие распространенные профессии. Бытовало такое мнение, что вот, ну, типа, если ты идешь вот в эту струю, то ты типа не пропадешь. То есть это универсальная, скажем так, специальность, которая поможет тебе в любой сфере жизни. Я как бы не шел на поводу у этого, скажем так, мнения распространенного и искал себе более легкую дорожку, и она нашлась как раз в абсолютно непопулярном среди мальчиков явлении, как парикмахерское искусство. Я не стриг никогда там до этого, у меня не было тяги там стать парикмахером, это абсолютно было не мое, но типа факторы, которые сложились воедино, ну, все привело к тому, что я вот действительно поступил в колледж, который специализировался на таких типа творческих профессиях, как правило, для контингента девочек, в первую очередь. То есть как это получилось? У меня тетя работала парикмахером в тот момент, и я там часто тусовался с ней там в ее там салоне, видел, как это все происходит. Вот. Плюс у меня знакомая девочка со школы, ну, на год старше, она поступила в этот колледж, и она рассказала, типа, как там все обстоит. Плюс у нее там все конспекты были, которые, типа, можно, ну, вы понимаете. Плюс мальчиков там принимают вообще, ну, изи. Ну, просто представьте, я был, у нас было на потоке, по-моему, 3 парня и 100 девчонок. Красота. Нас любили девочки, преподаватели, и было достаточно легко учиться. То есть я пошел учиться, скажем так, в легкую историю, а не потому, что я хотел стать парикмахером. А в жизни вот сейчас ты как-то используешь эти навыки на друзьях, на себе? Не, абсолютно никак не использую. До определенного момента, когда я учился, мне это стало интересно. Я работал парикмахером какое-то время, но не в салонах, а, ну, типа, как частный мастер. Как правило, я стриг парней. Сейчас бы это называлось моднейшим словом «барбер». Вот. И я очень люблю шутить на эту тему, общаясь с различными барберами, проводить шопы насчет их подготовки, знания стиля, потому что они как раз, большинство таких заведений, они пытаются, ну, заниматься тем, что вот я делал как раз, не знаю, миллион лет назад. Так, сейчас, секундочку, отвлекусь. Вот, и, значит, что я говорил там, барберы, да, барберы смешные ребята. Значит, я вот поработал до определенного момента, потом мне это... Ну, я, как правило, то есть вот я из музыкальной тусовки, тогда я уже активно занимался и концертами, и сам тусовался. Тусовка наша рокабилли, она подразумевает моднейшие мужские стрижки, как правило. И я стриг вот всех своих друзей, там, компанию. Но в определенный момент это, ну, типа, поднадоело. Вот. И, то есть, я там прошел какую-то практику, поработал немножко в каком-то моднейшем салоне и потом забил.
И ну, это было, когда там, не знаю, ну, 15 лет назад уже я к этому не возвращаюсь. Мне интересно. А вот после этого, после школы или когда ты вообще познакомился с панк-движениями, чем это тебя вообще заинтересовало? Ну, это не совсем панк, если вдаваться в подробности, это вкратце, это рок-н-ролл больше, хотя и пересекается с панк-роком в том числе. Я познакомился раньше, это было, не знаю, еще в школе. Точно это было в школе, потому что на мой выпускной меня выпускали всей тусовкой, то есть ко мне пришли мои друзья, вот все на причёсках, девочки, и типа мы произвели там какой-то фурор в школе, где на тот момент я был единственным, типа, неформалом, как принято было говорить тогда, хотя и тусовался там, ну, в школе с гопниками, ну, типа, это суровые там 90-е года, тогда не особо еще была развита культура различных движений. Вот, и все должны были быть тогда, не знаю, мальчики должны быть похожи на мальчиками. Ты шо, Вася? Ну, типа, ты должен быть таким, как все. Типа, ну, не приветствовалось какое-то самовыражение и ответвление от общепринятых норм. Но мне было, типа, плевать, и как бы все хорошо. Вот, то есть я познакомился, получается, ну, лет, не знаю, в 14 я уже начал тусоваться во всей этой движухе. И после школы там я прям, ну, активно, я уже концерты начал делать, и мы ездили сами. То есть у нас из нашей тусовки ребята становились музыкантами, мы ездили с концертами тоже там по разным городам. Вот в Украине, в России, в Беларуси, и, ну, типа, отлично проводили время. А начинал ходить на тусовки с братьями, или же ты совершенно отдельно, своя компания? Ну, вообще вот старший брат, он типа из около этой тусовки, то есть у него, его хороший друг был одним из участников рокобили-тусовки, он типа очень олдовый, супер его звали, он, к сожалению, покинул этот мир, вот, я его, ну, это для меня, по сути, дядя мой, дядя супер, вот, и через моего брата вот как-то я попал на концерт, случайно, и, то есть, до этого я уже знал о существовании этой культуры, я знал про тусовку, но вот попав на концерт, я прям прикололся и начал сам уже в это все дело более активно вникать, и, ну, через какое-то время стал участником этой движухи. Ну и на тот момент по молодости, насколько ты был буйный, может быть, попадал в милицию по своей вине или с кем-то? Ну тогда, ну, еще... На самом деле, ну, буйным ну, не был я. В смысле, искал ли сам ты проблем себе? Да искали, конечно, но, камон, это типа времена, где... Ну, вообще, это уличная культура, уличные тусовки, субкультурные. В те времена, ну, было достаточно жестко. Естественно, попадали уличные драки, какие-то конфликты, истории пожестче, там, и в тюрьму некоторые наши ребята попадали иногда. Вот бывало и такое, к сожалению, но с этим ничего тоже не поделаешь. Меня обходило это все стороной, ну, глобально, то есть у меня каких-то серьезных проблем с милицией не было, вот, и хорошо, и, ну, такое. На самом деле, нормально все, все было весело. Ну, то есть в трэшовые ситуации ты не особо часто попадал? Ну, супер трэш нет, но... Там потасовки, какие-то уличные разборки, это было достаточно регулярно. Но это было не сразу, это было скорее уже промежуток между, не знаю, там 18 и 25 годами, вот там прям нормально неслось. Когда мы уже типа стали такими сами крепкими ребятами, и, короче, было прикольно. Считаешь ли ты себя везучим человеком, и, может быть, когда-нибудь везение прям реально тебя спасало? 100% считаю, я фартовый, кроме героев. Но в героях тоже был фарт в первые года моей активности в рамках третьих героев. Ну и сейчас иногда завозит, но глобально нет. А так по жизни, да, 100% я везучий. Это касается абсолютно разных аспектов жизни. Ну не то, что, знаешь, типа я прям... Вау, везде мне фартит, вот что нужно там падает. Но просто анализируя происходящее... В каких-то жизненных моментах я понимаю, что, ну, да, фартит. То есть куча моментов было, где могло все заканчиваться очень плохо, или наоборот, какой-то случай давал мне вот
возможность чем-то заняться и увлечься. Не знаю, без того же фарта не было бы и, там, ни моих концертов, ни стримов, ни героев там, в свое время. Ну, просто я бы на это не обратил внимания, либо меня бы это не заинтересовало, у меня бы не получилось. Ну, как бы, ответ да, 100%. Можешь ли ты назвать себя семейным человеком? В какой-то степени я не 100% семейный человек, но, ну, просто чтобы стало понятно, я вот живу со своей женой, ну, мы типа не расписаны, но это моя жена, как бы. Гражданский уже, брак. Ну, гражданский брак, мне не нравится просто слово, это типа, это устаревшее понятие из совка, но можно назвать это так. Мы живем вместе уже 15 лет, если что, ну, сами думайте, насколько я семейный человек. Думаешь ли о детях? И хотел бы, если да, то сколько? Ну, думаю, тут скорее тоже жена уже как бы говорит. Тонко намекает. Ну, то уже не тонко, как бы, да. Вот, я считаю, на самом деле, что я детей не особо хочу сейчас, не потому что я не люблю детей, а потому что я сам считаю, что я еще недостаточно, типа, взрослый для такой ответственности. У нас в обществе принято заводить детей, блядь, когда еще все сами ребенки, ну, я по-другому не могу сказать, семьи сразу после школы, дети, говорится, дал Бог там детятку, даст тебе на дитя. Это все полная чушь, на мой субъективный взгляд. Я это абсолютно не приемлю. Я считаю, что в современном обществе нужно делать более какие-то взрослые осознанные выборы. И дети – это не игрушки. То есть это, ну, камон. Ну, конечно. Не так это работает. Если ты, типа, заводишь ребенка, ты... Это твоя чуть ли не самый сложный и главный выбор в жизни. Ты ответственен за это, и, ну, естественно, ты должен вкладываться в это по полной программе. Поэтому на данный момент не уверен, что я прям еще готов, но я не исключаю, что в обозримом будущем типа что-то подобное будет. Ну а сколько бы детей хотел? Или без разницы? Вообще, ну, наверное, если так вот мечтать, то в детстве я всегда говорил, что вот я вырос, у меня будет два ребенка, мальчик и девочка. И в этом мы сходимся, кстати, с моей женой. Она вот хочет тоже, чтобы, типа, был, получается, старший мальчик и младшая девочка, чтобы, типа, брат защищал сестру, если что, вот так вот. Прикольно. Тварына на стримах и в жизни – это разные личности? Абсолютно такой же. Те, кто меня знает, те, кто меня видел, не знаю, на геройских сходках, возможно, это подтвердят. Я не играю, у меня нет образа. Если все кто-то думает, что там, ну, я типа придуманный какой-то персонаж, то нет, я такой же в жизни на 100%. Движение с бухлостримами. Насколько оно тебе нравится? Смотреть, участвовать? Прикольно, но сейчас душит все правила, рамки, которые, по сути, делают это невозможным, ну, в полной мере. Не знаю, развить еще мысль? Ну, да, в принципе, я думаю, и так понятно. Думаю, все понятно. Да. Вообще, сейчас... это прикольная штука, и в какой-то степени даже... Ну, это один из самых, наверное, интересных контентов с моей точки зрения, потому что так и раскрывается человек. Да, конечно, бывает и грязь, и это тоже нужно быть к этому подготовленным, но с точки зрения именно контента это гораздо интереснее субъективно, чем, ну, те же прохождения игр, просто ИРЛ-стримы с разговорами и так далее. Согласен. Ты суеверный человек, веришь в приметы, обереги какие-то? Вообще нет. Часто ли тебе приходится извиняться за что-то? Приходится, я не обламываюсь, я не считаю, что извиняться это, ну, типа, что-то плохое, типа, признавать неправоту, либо просто извиниться, потому что это нужно, это норма. Но я бы не сказал, что мне часто приходится извиняться. Так, если нужно, я это легко делаю. Отлично. Перейдем к разделу «Культура, спорт и отдых». Как ты познакомился с музыкой рокобили, сайкобили? Ну, это вот та же история про моего брата и его друга Супера. То есть, когда я был маленький, у меня вообще, ну, то есть, у меня вот старший брат Дима, которого звали тогда Мерзавец, сейчас он абсолютно семьянин такой примерно, у него вот ребенок, мой племянник Федор, жена, и типа он вообще не похож на того, короче, разгульного молодого человека, который был когда-то. То есть, он тусовался, он вообще Алисаман был, вот была, есть такая группа Алиса, кто-то знает, да. Старая. Вот, у них была активная движуха в те времена,
Вот, можно посчитать, то есть ему сейчас, мне 33 года, ему уже получается 45 лет. То есть он из старой вообще этой гвардии, самой первой. Вот. И с детства я слушал типа рок-музыку, в принципе, в разных ее проявлениях. Брат подсаживал, у него была вертушка, музыкальный центр с пластинками, где он слушал вот Алису, там разные вот типа русский рок, всякие, не знаю. У меня тогда моя любимая группа в детстве была самая первая, это Nautilus Pompilius, я прям типа прикалывался. Да и сейчас как бы люблю все группы, которые я когда-то слышал, я до сих пор, ну типа, не с нежными чувствами к ним отношусь. Вот, там ДДТ, еще что-то, папа там слушал Высоцкого, понятное дело, там антология там на винилах. Вот, и так я познакомился в целом с рок-музыкой. Потом через какое-то время, ну вот, я узнаю дядю Супера. Мне очень рано, я помню, как мы ходили, типа, семейный поход в цирк, где вот был, типа, я, мой старший брат, Супер и его жена. И мне тогда было реально года 4, наверное. Вот, и тогда я уже, ну, типа, считай, общался с, вот, с одним из старейших киевских рокобилов, и, соответственно, музыка какая-то тоже залетала. Но вот прям осознанно начал я это слушать, как я уже говорил, лет, наверное, с 14. То есть потом, ну, там было увлечение тоже другой музыкой, там я угорал по Металлике, это моя любимая группа до сих пор, многие это знают, еще там разные штуки, но вот потом в итоге я пришел к рокобили-движухе, до сих пор я являюсь почитателем этой культуры, не просто как слушать музыку, то есть я являюсь носителем этой культуры, я продвигаю ее, я живу этим, и это, ну, очень большой такой пласт, ну, короче, долго можно про это говорить. Ну да, а сам когда-нибудь играл на музыкальных инструментах или, может, в группах каких-то состоял? Нет, я никогда не играл. Я пробовал когда-то играть, ну, в детстве на гитаре, потом на контрабасе. Контрабас – это один из таких инструментов, которые отличают рокобили-музыку. Ну, используется это басовый инструмент, да, вместо, да, бас-гитары. Да. Вот. Но нет, это не мое, я слишком ленивый для этого. Вот я и в группах тоже не играл, я делал концерты. А как ты пришел к организации вообще концертов? Точно, тоже абсолютно спонтанно, случайно, как и многое в моей жизни происходило. Это вот к вопросу о удаче, да. Я это сопоставляю, случайность и удача, это примерно то же самое. Как это было? Мы тусовались в тот момент, получается, 2005 год. И группа, которую мы слушали, то есть в Киеве была, ну, в Украине самая главная группа, которая играла эту музыку, это Mad Heads, они до сих пор существуют, и в тот момент они начали, ну, переориентировать свою музыку, играть больше поп-рок с элементами ска, какими-то украинскими напевами и так далее, вот, и, ну, короче, мы потеряли концерты, куда ходить, мы потеряли, по сути, остальные группы тоже были в инактиве, и мы просто тусовались без музыки, а, типа, эта культура подразумевает все-таки и живое музло, и походы на концерты и так далее, вот, и тогда как раз начало формироваться новое поколение ценителей рокобили-культуры в Украине, и из этих ценителей начали формироваться какие-то группы. И в определенный момент получилось, что несколько групп уже появились, они начали там репетировать, и были попытки играть, и мы решили сделать концерт. И это была не моя идея, это была идея другого человека из нашей тусы, я просто помогал, но потом, как в определенный момент, делая этот концерт, я, ну, по сути, вышел на первые роли в организаторской этой истории, я сделал концерт, мне понравилось, все получилось, и дальше пошло, ну, то есть просто внезапно я вот начал делать концерты. Ну, вообще, да, и правда, на везении дело случая. Ну, да. А сколько ты уже фестивалей провел к этому моменту? На данный момент? Ну, вот смотри, мы в 2005 году первый концерт я сделал, в том же году первый фестиваль пошел. Тогда этот фестиваль был скорее... То есть вот мы сделали там пару концертов, и фестиваль был... Ну, то есть мы почувствовали, что эта норма идет, и можно попробовать собрать, там, не знаю, тогда это были все группы
которые были активны в тот момент в Украине в этом жанре, плюс мы из Москвы наших друзей привезли. Но сейчас это типа тот фестиваль, самый первый «Украбили выбух», он считался бы, не знаю, рядовым концертом, который я провожу периодически до сих пор. Но постепенно эта вся движуха раскручивалась. Ну и вот на данный момент в этом году я провел уже 15-й фестиваль. То есть ежегодно я до сих пор делаю это раз в год. А плюс локальный концерт. Ну а концерты проходят каждые выходные или реже? Нет, реже. Сейчас в лучшие времена концерты проходили несколько раз в месяц. А сейчас я концерты делаю несколько раз в сезон, ну то есть в год, включая этот фестиваль. Упал немножко спрос на это все дело, то есть наша вот тусовка поколения выросла, многие тоже обломались там тусоваться как раньше, завели семьями и так далее, то есть это тоже накладывает какой-то отпечаток. А группы тоже, прошел как бы виток подъема этой культуры, хотя тоже сейчас все хорошо и нормальная тусовка у нас. Мы ездили, например, недавно в Одессу на фестиваль, нас из Киева ехало там только в одном вагоне 38 человек и в соседнем еще десятка, то есть 50 человек просто из Киева, и это даже не все еще, то есть там добавлять, там вообще нормально ребят будет. Вот. Просто типа это уже не особо востребовано. Плюс группы сами организовывают выступления. То есть моя активность в этом ключе немножко снизилась на данный момент. Ну, начинали вы проводить концерты, я так понимаю, в докер-пабе на Абалоне, Крещатике и Квинсби. Это было чуть позже. Ну да, это были мероприятия и в этих клубах в том числе. Но это уже скорее через пару лет после начала. Во время проведения вот концертов, а особенно фестивалей, удается ли тебе насладиться, или ты в организаторской деятельности постоянно занят? Ну, на данный момент я типа настолько прокачан, что мне это не составляет никакого труда. То есть я сделал за всю свою жизнь, не знаю, порядка 300 концертов, а чатик подхватываем, 300. Навскидочку, вот, причем абсолютно разных, как выездных, так и фестивалей и так далее, то есть, опыт дает о себе знать. Единственное, что, типа, мне уже не совсем интересно прям, я на концертах скорее тусуюсь, предаюсь, моральному разложению, общаюсь с людьми и так далее, и как фон идет музыка, то есть давно уже не прикольно просто слушать музыку. Я это все слышал уже очень много раз, и интерес уже в другом. То есть музыка, выступление группы – это скорее дополнение вообще всей этой движухи. Вот так. Танец слэм во время концерта. В чем его фишка? Мы не танцуем слэм. Слэм – это немножко другое. Танец, смотри, есть... во-первых, есть, грубо говоря, два, основных направления вот в музыке, в этой рокабили, это классический рок-н-ролл, чтобы не вдаваться в подробности. Кому интересно, вы потом можете загуглить сейчас информацию моря, это несложно. Сайкабили, я являюсь, например, сайкабили больше поклонником, то есть, формально рокабили, это, фильм Плакса, может быть, кто-то смотрел, гонщики, ребята там с прическами, там, 50-х, там, музыка, это типа Элвис Пресли, Джин Винсент, Stray Cats, может быть, кто-то знает группу, это неорокабили. Например, в фильме «Жмурки» использовался саундтрек в том числе этой группы. В моменте, когда Космо там забивал кого-то молотком, и вот там был винил Stray Cats, например. Вот, это рокабили. Сайкабили – это типа смесь уже рок-н-ролла, рокабили плюс панк-рок. И вот как раз то, что ты называешь слэмом, это типа сайкабили – танец рэк. В рэк он пишется, типа W, R, слэм вообще, это один из танцев, панк-рок-движухи, то есть их там есть много, там, пога, слэм, рэк туда же можно отнести, стейдж-дайвинг, прыжки со сцены, circle pit, мош и так далее. Но, следующие люди в этом вопросе, они все это пишут в одну картину и называют это слэмом. Причем относится это даже к тем людям, которые якобы что-то понимают в музыке и сами ходят на концерты, но они в танцах не разбираются. То есть у нас часто на концертах залетные люди, не умея танцевать, начинают танцевать условно слэм и выдворяются из
Рэкин Пита, это типа место, да, вот Пит вообще, это яма, типа, где танцуют танцы. Ну, место под сценой, грубо говоря. Да, да, да. Вот, потому что они типа мешают другим танцорам, потому что они, ну, типа, по-другому это делают, и они сами не понимают, в чем прикол. Но это сложно объяснить тем, кто вообще никогда этого не видел, не пробовал. Реально сложно. Ну, в двух словах, не знаю, слэм это просто, это типа, это прыжки и, не знаю, вертикальные, и типа ты прыгаешь, не знаю, как с чем это сравнить, и бьешься друг от друга в этом участнике. То есть это беспорядочная какая-то хаотичная движуха. Рэг это немножко другой танец. Он, во-первых, горизонтальный, там никто не прыгает. Вот. Горизонтальный с применением рук, то есть это похоже на, ну, можно, не знаю, со стороны, если это жестко, это похоже, ну, реально на драку, потасовку. До сих пор во многих клубах охрана, ну, типа, не готова к этому, и, ну, сейчас уже гораздо проще, то есть, например, вот реально там в 2005 году, ну, типа, всегда были потасовки с охраной, потому что они додики, они не понимают, типа, как на это реагировать и что это такое. Вот. Но глобально, чтобы понимать, это танец не травмоопасный, это не драка, это если адекватные люди в этом принимают участие, то типа все норм, все получают удовольствие типа, и кайфуют. Бывало ли, что выступающие на концертах так напевали, что не могли выступать? Да слушай, вот на самом деле я такого не припомню. Под действием курительных смесей недавно один молодой человек не смог на сцену выйти. Вот, а вот прям, чтобы напивались и не могли выйти, скорее были концерты, где просто в хламину играли, но играли, но ну, было, вот я, ну, типа, прям, там, знаешь, я уже и со сцены выгоняю, ну, короче, то есть, вот просто трэш-угар, такое было, а вот, типа, чтобы кто-то нажрался так, что не смог выйти на сцену, я такого не припомню. А насколько сейчас, вот в связи с ситуацией в Украине, вообще тяжело этим заниматься? Да нормально заниматься. К нам не ездят просто наши друзья из России. Но там тоже, если политоту затрагивать, я вижу тут уже какие-то политические вопросы. У нас, как и у всех, я думаю, в современном вот этом мире отношения типа Украина-Россия, у нас половина друзей отвалилась. Вот, но осталось много ребят, с которыми до сих пор общаемся, которые, ну, типа, адекватно воспринимают происходящее. Это... ну, моя точка зрения, опять же, вы можете с этим не соглашаться, ваше право. Мы пересекаемся и приезжают в Киев на фест, но это гораздо, ну, несоизмеримо меньшее количество людей, чем это было вот в лучшие года проведения, например, моего фестиваля, когда, да, получается, где-то 9-13 года, когда мы собирали там, ну, там 600-700 человек, из которых примерно половина была людей из России, Беларуси и других каких-то приезжих, в том числе, ну, там, из Европы и так далее. Но вот половина посетителей была не из Украины. Вот. Сейчас гораздо меньше, и, соответственно, и фестиваль мой, типа, и во многом из-за этого стал меньше. Но это не делает его хуже, вообще, всю эту тусовку. Просто все поменялось, оно стало немножко другим. В ближайшее время планируются ли какие-то концерты у тебя в Киеве? Ну, конкретно у меня, да, у нас будет, ну, я буду делать концерт мой в начале сентября, 6 числа. Закину потом там афишку, когда будет. Как правило, я стараюсь кидать афишки там или отвечать просто в чате, когда кто-то интересуется. И периодически приходят папашки, зрители со стримов. Ну, на каждом концерте есть хотя бы там 1-2 человека, кто, типа, вот пришел со стрима Тварины. Всегда рад пообщаться, если что, welcome, ребят. Ну, то есть, в принципе, в интернете ребята имеют возможность следить там в твоей группе ВКонтакте или где-то за анонсами, да? Ну, Facebook, как правило. То есть, ВКонтакте я использую только для вот геройского общения, для группы Herostreet TV. Ну, и туда я тоже закидываю эту афишки. А так вообще, если, не знаю, на Фейсбуке на меня подписаться, там точно будут, ну, типа, в ленте афиши концертов. Ну, раз уж мы затронули фестиваль, то я предлагаю посмотреть небольшую нарезку для него, чтобы ребята с ним тоже познакомились поближе. Close. You are my drunk of feelings.
Стрим, он меня назвал Муза сейчас, мне не послышалось? Муза. Он сказал, Муза Тварына. Что за вообще? Кто еще был? А кто? У них менеджер нажрался, я не знаю вообще, я не знаю. Какой вопрос был? Повтори, пожалуйста. За один день проходят ли у тебя фестивали? А, понял. По-разному. Как правило, это типа тусовка трех дней, ну, в данный момент. В лучшие времена это была прям неделя, то есть там было пять фестивальных дней, плюс еще какие-то активности. Там вот в начале и в конце. А чужие концерты часто ли посещаешь? Может, ездишь в какие-то страны? Ну, чужие тоже, в каком плане? То есть я, как правило, посещаю концерты... Ну, те, которые не тоже. Ты делаешь. Не, конечно, регулярно, но это концерты тоже типа той культуры, которой я сам варюсь. То есть если это типа рокабилли сайга концерт, то в Киеве, например, то, вероятно, я там буду. Ну, шансы на это очень большие. Ну, и езжу в том числе, ну, типа, вот в Испанию езжу каждый год, стараюсь, по крайней мере, не каждый год, но периодически на, типа, главный Сайкабили фест летний. Ну, как-то так. А в плане туризма часто выезжаешь за границу? На самом деле, не так часто, но сейчас я вот открыл для себя прикол ездить больше. То есть я в этом году уже ездил относительно много. А еще планирую. Это прикольно. Но на это нужно время и деньги. В это все упирается. Да. Вот. А так вообще я бы с удовольствием путешествовал, это кайфово. То есть вот если бы мне сейчас спросили, типа, что бы ты там, какая у тебя мечта, там, я бы, наверное, путешествовал, это кайфово. А вот среди стран, которые ты объездил, что тебя наибольше впечатлило? Ну, первые поездки в Европу очень, конечно, сильно впечатлили. То есть вот когда впервые мы попали, не знаю, Польша, Германия, Испания, это было, ну, типа, что-то такое вау. Сейчас это тоже воспринимается уже, ну, прикольно, да. Вот. В Китай, когда вот со Старладера ездил, тоже это было очень необычно. Там. Но я скорее не прикололся от Китая, возможно, мне не повезло. То есть скорее я бы туда не хотел ехать, ну, как турист, например. Может быть, мне не повезло, не знаю. А вот три страны, в которые ты хотел бы попасть? Блин, сложно, не скажу. Ну, точно США, то есть я в Штаты хотел бы 100% поехать. А так даже не знаю. Куда-нибудь ну, в суперэкзотические страны. Я бы хотел, наверное, пожить даже в какой-то вот суперэкзотической стране, где тепло. Я не люблю холодно, я люблю, когда тепло.
Но конкретно еще две страны не назову, но США 100% туда попадают. Какие жанры фильмов ты любишь? Или ты как-то я музыка? Не очень много смотрю фильмы, но, не знаю, разные могу смотреть. Комедии, триллеры, что угодно. Главное, чтобы фильм был хороший. Ну вот три фильма, которые ты мог бы посоветовать для просмотра. Неважно там на какую тематику. Можно даже документальные. Сложно. Вот, насчет любимого фильма сложно. У меня нет там какого-то одного фильма, который я бы прям советовал. Последнее, что крутое посмотрел, это сериал «Удивительная миссис Мейзел». Меня очень прикололо, очень кайфово. Там как раз атмосфера прикольная, фифтисовая. Ну, то есть это вот близко как раз рокобили культуре. И стендап, что сейчас тоже на волне в русскоязычном сегменте. Очень красивые съемки, легкий, кайфовый сериал. Увлекаешься или увлекался когда-нибудь какими-то видами спорта? В детстве я типа спортсменом был, сейчас уже на пенсии, все, коньки на этот повесил, на гвоздь. Ну, короче, я играл в шахматы, интеллектуальный спорт, между прочим. Ничего себе. Кто не знает, в детстве, да. Но это совсем когда был мелким, это вот первый-второй класс, по-моему, что-то такое. Вот. У меня был второй разряд по шахматам когда-то. Вот. Потом я, типа, играл в баскетбол, потом в футбол. И вот, ну, это вот баскетбол-футбол, это, считай, вот один из классов школы. Вот как-то так. Ну, это, типа, была секция, мы ездили там на какие-то соревнования, как в баскетболе, там, ну, типа, чемпионат города, футбол, это, типа, чемпионат, не знаю, вот мы там, кубок кожаный мяч, я помню, мы участвовали, мы выиграли, типа, состязание по Киеву, название крутое, мне очень нравится. Кожаный мяч. Приехали куда-то в Смелу, по-моему, такой город маленький, и против нас выставили там какую-то, ну, типа, про-команду, а это, типа, нон-про, якобы, турнир. Ну, среди просто, типа, школьников там. Вот. И мы приехали, поняли, что мы не умеем играть в футбол. Там какой-то разгромный счет был. Вот, как-то так. А потом, типа, после школы мне уже спорт перестал быть интересен. Вот. Активности уже другого характера привлекали больше. А любишь ли ты читать? Не особо. Не горжусь этим, но я, наверное, из семьи самый менее читающий 100%, потому что, типа, братья у меня выросли еще в то времена, когда читать было модно, и все читали очень много книг там и так далее. Я мало читаю, не горжусь этим, но как бы и не стесняюсь абсолютно. Каково твое отношение к вере и религии? Негативное. Я не религиозный человек. Ну, негативно не в том плане, что я прям, типа... У меня вообще по жизни такая постанова, что... не трогайте меня, и типа я вас тоже трогать не буду, и все будет отлично. То есть каждый человек волен делать, что ему нравится, включая, ну, в том числе и религию, политику, на здоровье. Но навязывание подобных моментов, особенно таких важных, как религия, политика, это я не приемлю 100%. Это очень плохо, и я считаю, это даже в какой-то степени... не знаю, средневековьем. Мы живем в современном обществе, и я считаю себя прогрессивным человеком. И как раз поэтому я и, ну, типа, знаешь, негативно отстраненно отношусь. То есть пока меня это не трогает, вообще нет проблем на здоровье. Каждый делает, что хочет, пока это не трогает другого человека. Понял. Как ты любишь проводить свободное время? И вообще, насколько у тебя его много? Его мало. Ну, в последнее время я больше снова возвращаюсь в тусовки, поэтому как раз во многом меньше стримов. Но, типа, опять же, это все волнами идет. Иногда мне просто вообще не хочется выходить из дому. Я сижу прям вот неделями стримлю просто, и в магазах выхожу и стримлю дальше. Вот сейчас, ну, у меня было два сложных месяца вот с этой историей с... типа, с невыездом в Грузию, потом это решение проблем. Это, ну, блин, я ненавижу все эти бюрократические штуки, это меня очень сильно подкашивает. Плюс там еще другие сложности, и потом это как ком, и настроения не было, типа. И я вот как-то начал снова тусоваться, это прикольно. То есть я, если есть время, я либо его провожу с женой, ну, дома, банально там тоже, типа, фильмы смотрю и так далее, либо там ходим куда-то в кафе гулять, либо вот тусуюсь. Типа, езжу там, встречаюсь с друзьями, у нас есть, типа, бары свои, где работаю, там, свои тоже из...
участники тусовки, и мы там, типа, проводим весело время. Насколько часто у тебя брали интервью? Ну, несколько раз брали. На скидку, ну, раз пять, наверное. Помнишь ли ты интервью, которое тоже проходило как раз через интернет? Ты тогда, если не ошибаюсь, был с Алсиором. Ну, это нельзя было назвать интервью, но я помню, да. Ну, посиделки, да, больше. Да, конечно, я это помню. Отлично посидели. Кстати, да. Предлагаю посмотреть небольшую нарезочку с этих посиделок. Футболка с Мари Олси, короче, я могу ее продавать. Девчата, девчата, вам нужна футболка Олси? Эй! Блин, сейчас ко мне приедет, короче, жена, и не будет веселья. А пока ее, она не приехала, то мы можем, короче, сделать с футболки Олси все, что заблагорассудится. Тут никого нету в кабаке, практически остались одни. По итогам голосования тебе нужно было его поцеловать в ляжку или куда там? Ну нет, как бы ни за какие деньги, во-первых. Во-вторых, блин, я на самом деле удивлен, что все такие человеколюбивые и ни копейки не закинули, чтобы Олси разбить нос. Я, по-моему, реально разбил нос. Короче, Олси пока там что-то там делает, я вот с вами типа просто выжу. Народ спрашивает, сколько по деньгам выходит у вас? Побухать? Да. Ну мы сейчас, короче, отдали практически половину доната прайм-тайме. Совместного? У нас очень дешево. Мы, типа, выпили сегодня... Вот смотрите, Лоси пьет такое гейское пойло. Выпей гейское пойло. Ну, почти, 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 почти. It's my life, it's my... Мне вообще насрать, что бухать... Тварина, мой лучший друг на СХ2Ч. Лучший друг. Эльтар Атасадар. Вот я, смотри. Давай, показывай нам пьяного тварину. Если все получится, я приеду в Москву на дачу, так называемую. Там будут все так называемые эти ваши алкоголики. Давайте, ребята, вот он я. Кто на СХ2Ч реально? Я когда предлагал перепить тварину, я знал, что я проиграю. Во-первых, я готов... Тварина... Я готов, я за тебя сегодня, короче, с Ривзом готов. Тварина самый крутой алкоголик прайм-тайма. Самый крутой. Его никто не перепьет. Адольф... По сравнению с Твариной, вот Тварина, вот Адольф... Не перепьет. Никак. Нету звука. Есть, 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 есть. Есть! Аллилуйя! Аллилуйя! Смотри, мы... Что? Нас видно? Видно нас? Ну, тебя хорошо, а вот это вот непонятное, болтающееся... Кошак, меня мучает, мне норм. Как кошак. Дискотека авария. Короче, смотри. Если хочешь остаться, останется просто так. Сейчас ко мне приедет жена, но она пока еще не приехала. У нас есть две пары девушек клевых. Давай нас выводи на стрим. Мы готовы. Вы на стриме? Мы на стриме, ура! А, урашки, Олси! Давай, ну мы на стриме, мы же на стриме. Она играет грустная музыка, я думаю о своей бывшей, которая вышла замуж. Какая бывшая твоя? Она вышла замуж! Короче, почему она вышла замуж, тварина? Вот она вышла замуж. Ну она же не за меня вышла замуж. Я тебя умоляю, не за меня же вышла замуж. Не за тебя, но она вышла замуж. Моя бывшая вышла замуж. Четыре бывших замужем, четыре бывших. Олси настолько клёвый, что его даже бить уже не хочу. Иди сюда. Сегодня типа такой, ну типа батл. Кто выиграет же? Кто же выиграет по бухлу? Тварина или Олси? Кто же выиграет? Там Олси, по-моему, не дошел. Олси там все, не знаю, пластиковые бутылки взяли всю засаду. Тварина! Так, все, в ауте. Эти кадры просто... Хорошо, что я все записываю. Вот там мне скинули. Я надеюсь, сейчас Тварина не будет блевать на камеру. А почему нет? Это же будет эпик. Нет. Я бы поблевал за компанию. Короче, мы тут такси уже Олси вызвали, как бы, вот. И надо как-то сворачиваться потихоньку. Ну, да. И Тварина уже пьяный, как бы... Нет? Ну да, но нет. Третий.
Ты всегда хрюкаешь во сне? Лунтик, сейчас мне. Лунтик, иди ко мне, Лунтик. Дай я тебя пощупаю. Лунтик, 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 Лунтик. Лайфхак. Не пейте, короче, Ягермейстер, особенно когда вы пьете, у тебя снова отвалился. Да, я после каждого ролика отваливается Twitch. Почему-то. Да, какая-то лажа. Вот, сейчас подрубился. Так вот, лайфхак. Короче, никогда не запивайте Ягермейстер Космополитеном. Особенно если это уже 15-я рюмка. Я проверял, это типа плохо работает. Вот, не советую, не рекомендую. Вот, вообще нормально посидели. Вот, кстати, вопрос по поводу алкоголя. Какой твой потолок, то есть максимум, сколько ты выпивал? Ой, я никогда не... Не считал, да? Мерился, типа, да. Сколько... Много могу выпить, много. Сколько, не знаю. На самом деле нет никогда... Главное не мешать, да? Нет, не, кстати, мешать нормально, это все чушь. Чушь от не умеющих пить людей. Самая главная постанова в алкоголе, если вы хотите, чтобы вам было нормально, это не мешать определенные ингредиенты. Но самое простое – это типа зерно к зерну, виноград к винограду. То есть тупо пить пиво и запивать его, ну, типа коньяк запивать пивом. А вот водка с пивом нормально идет. Ну, то есть это без шуток. Естественно, что и про понижение градуса тоже ерунда. Вот. Главное – с умом подходить. Вот, и, ну, знать свою, скажем так, особенность организма, меру и так далее. Просто вот в этом плане многие теряются и, типа, пьют, что попало, а потом, типа, дико плохо. Ну, короче, во всем нужно знать, короче, что ты делаешь, как это делать и понимать последствия. Поможет. Это да. Теперь переходим к разделу «Оффлайн-герои». Как ты познакомился вообще с серией игр «Герои меча и магии»? Из каких частей начинал? Вот когда у меня, короче, появился компьютер какой-то там уже, средний брат, то есть компы... Короче, у меня старший брат по тусовкам был, а средний брат, он как раз был по компам. И вот очередной какой-то комп... То есть он, я не помню, он учился, что ли, там на какого-то... Ну, что-то связанное с... Не знаю, может, с компами, не помню, серьезно. Но он, короче, вот средний брат, Алексей, стал главным в этой всей истории. Вот. И вышла вторая часть «Героев». Я вот четко помню, она вышла на дискетах. Ну, не на дискетах вышла, типа, мы ее переписывали на дискетах. Типа, она появилась у кого-то из друзей моего брата. Вот. И... типа частями она переносилась к нам на комп. Это заняло неделю, по-моему, потому что, типа, игра весила что-то 52 мегабайта, вот, а дискеты были в дефиците тогда. И вот дискетами, короче, постепенно переносилась, и вот я впервые поиграл во вторые герои. Это было, ну, вот, когда она вышла, 97-й год, что ли, или 6-й, я не помню. Потом я поиграл в первые герои, а потом появилась третья часть, которую я тоже начал уже играть. Насколько большая тусовка тогда была у вас по героям? Я, смотри, в те времена я типа я играл дома один. Я не тусовался в компьютерных клубах, как я уже говорил. Я не играл по сети, сети тогда не было. Я играл с братом, играл с компом. Ну, а друзей типа не звал к себе домой? Нет, да? Нет. С друзьями я играл потом позже в МК на клавиатуре тоже. Было веселое время, когда клавиатуры за неделю убивались. Или до этого, я уже не помню. В героев мы с друзьями не играли. То есть я именно в, ну, скажем так, играть с людьми начал только вот, ну, сейчас, когда вот начал играть сначала в пятерку, а потом в тройку. Вот как раз. До этого был просто фан с компом, все. Я не играл по-серьезному. Я играл много, но играл именно на, как, ну, типичный нубасик. А вот в пятерку ты там многого достиг. Ты где-то учился? То есть смотрел чьи-то стримы, там, какие обучающие стримы, ролики? Ой, чувак, ты вообще не понимаешь, как это было. Смотри, во-первых, в те времена стримов не было.
первое. Во-вторых, это было все очень стремительно. Как было? Это все тоже переплетается и с музыкой, и с моим колледжем, парикмахером. Как раз когда я типа бросил учебу и не поехал, точнее, не так было. Я взял академ, да, потому что попал в какую-то потасовку. Даже знаю, какую там была жесткая потасовка, но про это рассказывать не эфирная, короче, история. В общем, мне сломали ключицу. И я не мог, ну, типа, сдавать диплом. Там как раз, по-моему, диплом был в то время. Да-да-да, это, получается, первый. Короче, вот я должен выпускаться, мне ломают ключицу, я беру академотпуск. И в это время, получается, я узнаю о том, что, ну, я, типа, я тупо сижу дома, и мне нечего делать. И компьютерными играми, чтобы вы понимали, я в то время не увлекался уже на протяжении, не знаю, лет, ну, 10 точно. Ну, то есть я вот, у меня другие интересы были, мне эти компьютерные игры, что это за херня для детей, лол. Сейчас бы играть во всякую чушь, тогда есть, типа, реальная жизнь, и там веселее. Вот, ну, от реальной жизни меня отстранили, я сел, типа, дома и начал в интернетике шуршать. И я узнал, что, типа, скоро выходит пятая часть героев. И я вспомнил, что, блин, круто, герои, кайфово. Типа, начал следить за разработка этой всей истории. То есть я вообще не был, ну, там, ввязан в какие-то игрушки, киберспорт там и так далее. Я вот просто, типа, тоже, это тоже случай, вот ты говоришь, удача. Ну, вот случай, мне сломали ключицу, вроде плохое событие, да? Там, академотпуск, ну, типа, трындец, там, год еще учиться после этого. Я год отучился, мне нужно еще год учиться потом. Потому что это произошло в самом конце, ну, вот, учебного года. Вроде плохая, да, история, но по факту, благодаря этой истории, я познакомился с героями, я потом вот выиграл там турики, денег заработал, и благодаря этому я увлекся вообще киберспортом, и благодаря этому я потом стал стримером. Ну, вот, типа, да, цепочка логическая, которая из плохого события привела все к, ну, тому, что есть сейчас. Я считаю, что в целом это позитивно же, правильно? Ну, вот. По итогу, и... да. Как было? То есть вышли пятые герои, было потом все очень стремительно. Там был сервер Ubicom, где, ну, типа, ну, сервак, да, где играли люди. И там был режим дуэли. Это быстрые герои, когда ты просто зашел, там набор герои, армии, арты, и ты сразу, типа, дерешься. Очень быстрая динамическая история, которая, кстати, я, как я считаю, это вообще лучшее, что было в киберспорте во всех частях героев. То есть это реально могло стать киберспортом. Если, ну, и оно и стало на какой-то момент, вот на полгода киберспортом. Потом просто это забили, и все. Просто это нужно постоянно поддерживать, делать новых героев, обновлять и так далее. Что было в определенное время, а потом просто Ubisoft забил на серию, и Nival Interactive, это русские разработчики, кто не знает, они тоже, типа, соответственно, перестали это все поддерживать. Так вот, я, типа, на этом серваке играл тоже как нубасик, сначала с компом, точнее, не так, я, типа, сначала играл с компом, потом я узнал про этот сервак, зашел на него и такой, о, прикольно там, типа, кто-то играет, там, люди с людьми играют. Я залетел в какую-то комнату, играли в дуэли, я попробовал, ну, типа, играть в дуэль, и я сразу же, типа, выиграл у чела, как оказалось, потом это был Хамелеон, его никто сейчас не знает, это только... какие-то олды, которые, не знаю, Рэдди даже, наверное, не знает, никто не знает. Это типа соратник Оксигена, он же Борода, это тот самый Борода, который делал СНГ в Кишиневе, который участник фонда Дендроиды вместе с Димой АДД. Вот. И вот этот Хамелеон вместе с Бородой на тот момент, они типа на сайте Heroes League продвигали пятые героя. Вот, и я, типа, выиграл у этого чела, он такой, да что ты там, нубас, сдавайся, без вариков, там, ты на кого попер, там, на батьку, я говорю, сейчас, подожди, подожди, в общем, я у него выигрываю в этой дуэльке, мы там разговариваемся, он говорит, есть, кстати, сайт, так я попадаю на Heroes League, и потом уже, типа, я начинаю всерьез интересоваться, это прикольно, мы начинаем рубиться в вот в эти дуэли, там... Блин, реально крутая история. Там, типа, клан какой-то. Я вступаю в клан, который, типа, называется Sinister Sun. Это, типа, на тот момент были тоже папашки, которые, типа, всех разносили в этих дуэлях. Вот. И у меня первый, у меня там грамоты, кубки, где подписано там SS Тварина, типа, Sinister Sun. Вот. Там объявляется крупный чемпионат, к которому мы готовимся. Там мы реально, типа, сидим за дротим.
А в определенный момент я, типа, становлюсь самым крутым в этой истории. Я, типа, понимаю, как любым героем убить любого. Вот, а эта информация еще не всем доступна, потому что, ну, нет каких-то гайдов, нет ничего. Есть просто вот открытая игра, в которую, типа, ты играешь и можешь, ну, типа, чего-то достичь и, ну, помериться скиллом. Вот, и буквально там... Короче, вся эта история заняла полгода. За полгода, то есть я вот начал серьезно этим заниматься и выиграл два крупнейших турика. Это, типа, Giga Games, Битва Героев. Первый турнир — это вообще типа то, что сейчас, не знаю, такие мульти... Это как ВЦГ, наверное, только русский какой-то, где, ну, кибердисциплины различные представлены. Тогда это был какой-то Warcraft, Quake, Counter-Strike и Герои 5. Как бы странно это не звучало. Вот. И там я занял первое место, потом выиграл типа второй большой турик от разработчиков. Вот. Поехал в Москву, мы там тоже встретились с Бородой, потом я у него там вписывался. И, кстати, вот странно, что я попал в тусовку третьих героев гораздо позже, потому что формально, когда мы, типа, с Бородой общались, он тогда, ну, я не знаю, общался ли он с, ну, типа, комьюнити именно третьих героев, как сейчас, но, в общем, я мог влиться в комьюнити третьих героев еще раньше. Потом был перерыв, и только потом я уже, когда начал играть в... трешку со стримами, вот, я узнал, что, типа, Борода, оказывается, тут тоже, типа, тусит. Вот как-то так это было. Это заняло, это буквально полгода промежуток от выхода, начала выхода игры до, типа, пика ее развития. Потом уже все пошло по, ну, такой более с вершины начало, типа, спускаться вниз, дуэли забросили, разработчики забили, но игра тоже развивалась, там уже начались другие режимы, там режим РТАшки, это типа арена, тоже очень крутая история, и типа полные карты. Во все эти игры я играл, но вот именно пик, типа самой истории, то есть вот я от момента, когда я узнал про игру и до, скажем, до... Ну, это типа наивысший результат вообще в моей типа истории, как киберспортсмена. Прошло буквально полгода. А вот причины перехода с пятой части в третью — это горячие клавиши и длительность партии? Во многом, да, кстати, это ты правильно отмечаешь. Смотри, как было. Пятерка, я играл, потом я типа забил, я типа все выиграл, мне неинтересно, я снова забил на игры. Потом, как раз, когда появились стримы, я снова заинтересовался пятой героев как игрой, но в том числе в плане, что типа ее стримить можно, то есть меня это прикололо. А потом, когда я начал смотреть другие стримы, в том числе по третьим героям, как раз хедемод от Бараторча стал, наверное, ключевой историей, почему я решил попробовать играть в трешку, потому что в пятых героях такой темы не было. Там нужно было все кликать, типа, ну, ручками, передача единичек, ну, конечно, артефакты, да, и так далее. И более того, это даже по сравнению с тройкой, то есть там даже клики... передача единичек гораздо больше затратны по времени, по силам, игра тормозит, там, ну, короче, это очень сильно облегчило, ну, типа, получение удовольствия от игры. А вот в третий герой тоже разбирался сам? Или опять же смотрел кого-то? В третий герой я пришел полным нубасиком, тогда уже стримы были, были гайды, я сначала смотрел стримы, смотрел там, ну, какие-то гайды тогда, ну, они есть на данный момент на Ютубе, гайды от Папашек ХВ, когда за каждый замок там показывается стратегия игры, там точно помню, Дёрти за башню играл, Мизраэль за Касл, кто там был, Гот за Циту, кто-то еще, ну, вот там серия, короче, таких роликов, вот, стримы, Псих, Амилу, Амилу, кстати, единственный, кто дожил. Знаете, цените Бобини. Не, без шуток, это типа... Я всегда говорю, что типа Миша лучший стример, и я не лукавлю в этом плане. Он самый олдовый из ныне существующих стримеров третьих героев. И, то есть у него реально, ну, сохраняется его ламповость до сего момента. Это очень круто. Вот. Что там? Колобаба, конечно же. Стиги. Крейзик. То есть, да, вот очень крутая тоже туса была геройских стримеров, третьих героев, что меня и заинтересовало. Очень крутые стримы были. Мне нравилось смотреть, когда еще я не был участником комьюнити. То есть я тут сам играл в пятерку, но начал смотреть именно третьих героев. Вот. Так влился и в определенный момент решил попробовать типа играть сам. И это был, ну, типа, тоже такой вот
такая постанова, что типа про игрок из пятых героев переходит в трешку и с нуля начинает типа играть на стримах, учиться. Неплохо. Что думаешь про шестую и седьмую часть? В седьмую я вообще не играл, я видел какие-то ролики, шестую я пробовал играть, это полная чушь, ничего не думаю, это не герои, наверное, так. Расскажи историю появления твоего ника. Ну, вкратце ее можно в моем канале узнать, бот там может рассказать. Я могу ее пересказать, это типа... Во-первых, важная ремарка сразу же, что когда я получил это прозвище, это не никнейм, который я придумал, это прозвище, которое мне дали другие люди, которые, ну, типа, потом вспомнилось и, типа, осталось. Вот. Когда я был мелким совсем, вот когда мне было, я не знаю, там, ну, короче, мелкий, вот эти тусовки моего старшего брата, его друга Супера, их компания, которая я, типа, постоянно хотел с ними тусоваться, и мешал, типа, вот, они меня, типа, мол, прогоняли, ну, они занимались там непотребствами всякими, очевидно, да. Это было, происходило все у нас дома, в комнате моего брата старшего, вот. И тогда была такая передача украинская, юмористическая, которая называлась «Шоу Довгоносиків», и там был карлик, типа, мелкий персонаж, которого называли «Неподражаемый Шариков», «Потвора» и в том числе «Тварина». И вот меня называли «Потвора-Тварина», потом «Тварина осталась», просто потому что я был мелкий. Все, я, типа, был мелкий, смешной, там что-то бегал, там, блин, шутил, короче, какие-то шутки, не знаю, вот. Потом это, типа, ну вот, придумал мой старший брат, его друг Супер, потом это забылось, а потом, когда я попал в рокабилли-тусовку, вот этот чувак Супер, он это прозвище вспомнил, и, типа, вот так я стал Твариной окончательно. И в то время не было таких ругательств, как Тварина. То есть Тварина — не ругательное слово. Я просто, когда попал, даже, ну, когда я попал даже в стриминги, в киберспорт, этой темы еще не было. Это какая-то современная вообще история, молодежная, необразованных людей, которые, ну, типа, твариной называют, типа, о, у тебя никнейм, ты чего там, это же, типа, странная херня. Тварина — это животное по-украински, если что. Да, да. Оно не несет никакого негативного окраса, вот. Ну, это просто, типа, для молодежи объясняю, если что. Ну, в скобочках, я фанат Папича и украл у него, типа, этот никнейм. А вариант с Добрыней дал тебе чатик или ты сам запустил его? Чатик, конечно. Это кто-то, я не вспомню, кто, но, кстати, очень круто, мне понравилось. Я планирую даже развивать эту тему. Сейчас я снова такой тварина, там, типа, злой в какой-то степени. Но вообще тема крутая, мне нравится. И, то есть, я планирую когда-то, я ленивый человек, и вот это, я не ставлю никогда сроков никаких, но когда-то, типа, ренейм канала полностью делать, типа, в Добрыня ТВ. Ну, то есть, там, оформление, там, и так далее. То есть, я останусь твариной, но именно канал будет называться Добрыня ТВ. Хорошая идейка. А помнишь, с чего для тебя начинались офлайн-турниры? Куда ты первый раз поехал? LAN-турнир это, наверное, правильно называть. Офлайн — это все-таки немножко другое. Это, типа, когда ты, ну... Короче, карты на прохождение. Да-да-да-да-да, вот это офлайн. LAN-турниры, первый LAN-турнир, куда я поехал. Ну, опять же, это пятые герои были, то есть их было несколько, я их назвал. Ну, и плюс там отборы еще были, то есть был вот турнир, когда как раз мы с Бородой и Хамелеоном познакомились. Туда нужно было ехать за свои деньги просто. Вот я поехал из Киева в компьютерный клуб Москвы, где потом выиграл путевку на этот битву героев, уже оплаченный проезд, там, типа, гостишка и так далее. И монитор, по-моему, я тогда выиграл еще в этой всей истории, типа, привез домой в Киев. Вот. В третьих героях первый турик, на который попал, это, по-моему, был Минск, что ли? По-моему, это был чемпионат СНГ в Минске, если я не ошибаюсь. Не знаю, вот может кто-то там Reddit вспомнит, я не помню. По-моему, да. Там получается какая история. Типа, чемпионат СНГ пересекается по датам обычно с моим фестивалем. То есть у меня вот фестиваль конец апреля, начало мая, и чемпионат СНГ в те же даты проходит. И я бы и раньше попал, но я типа, ну, все равно у меня приоритет делать мой фестиваль, а не ехать на СНГ. Вот. И там сложилось, что типа я попал не на весь... ивент, а я сделал фест и потом успевал в Минск, он был недалеко, вот, да, он говорит, рейди, типа, и я попал там на последние несколько дней, и, кстати, выиграл, я точно, я вспомнил, я выиграл чемпионат СНГ в Минске по пятым героям.
Ничего себе. Это не шутка, кстати. Там были Нум и Киландакшн. Они типа играли между собой там BO88, я не знаю. И победитель, типа, говорят, вот приедет Тварина. Я тогда уже не играл, ну, типа, в пятерку, но, типа, был все равно там Тварина там. И, типа, победитель должен был играть с Твариной за, типа, чемпионский титул. Я приехал такой, ну, типа, изи вообще раскатаю. И, по-моему, Кила против меня играл, он слился, и я, в общем, изи затащил турик СНГ. Вот так вот. Лайфхак тоже. А вот, кстати... Вот, был СНГ, потом... Потом я сам сделал, по-моему, чемпионат в Киеве в 2014 году. Потом был в Москве тоже блиц, турик. На СНГ я также был в Волгограде на втором. А в Кишиневе и вот в Грузию не попал. По-моему, все это план турнира. А вот из всех СНГ, на которых ты был, где тебе понравилась больше всего? Организация, база отдыха? Слушай, они все разные были, каждый по-своему крутой. Вот реально все разные. Я, получается, был на трех. Ну, как короче, формат, я просто сам как организатор, типа, мероприятий, могу сказать, что, типа, оптимальным является формат СНГ в Кишиневе. Потому что там локальная небольшая база, где только свои, все, ну, типа, все на месте, компактно, круто. Это то, к чему нужно стремиться. К примеру, типа, чемпионат в СНГ в Минске, большая какая-то турбаза, типа, что-то какие-то нюансы где-то за городом. Ну, короче, оно там, люди разбредаются, там не только ты. Ну, короче, это совсем другое ощущение от ивента. Очень крутая база отдыха была в Волгограде, прям, ну, топово мне понравилось, там, типа, река, ну, типа, лес, там, то все. Но тоже, вот, если выбирать, то вот именно по настроению, по самой локации, ничего лучше нельзя придумать, чем то, что было в Кишиневе. Это прям... Топ. Ок. И вот как раз мы заговорили про турнир, который ты проводил в Киеве. Когда это было? Где ты его проводил? Это было в начале 2014 года, на Новый год, получается, ну, там, начало января. Это был загородный дом под Киевом. Вот. Тоже было много траблов в плане, в первую очередь, интернета, там интернета просто не было, мы его туда провели за какие-то бешеные бабки, его все равно не было, вот, и плюс там было очень холодно почему-то, там какие-то проблемы с отоплением были, а так вообще, ну, типа, прикольный ивент тоже получился, туда приехали, кто приехал, там Амилу был Just Observer, Зе, такой был чувачок, который пропал, к сожалению. Леброн, это тоже олдовый папашка из Сибири, который на турике не выбирался, там у него связанное с работой обычно на СНГ. Ну, типа, у него работа в это время, а вот в Киев у него получилось по времени выехать. Украинские были игроки, Псих был, Петериус был. Ну, Гунар. Локально... Гунар, да, из Киева тоже, да, подтягивался. Локальные тоже ребята были. Вот. Прикольный ивент, но это, типа, мне понравилось. Ты его в одиночку проводил или нет? Да, конечно. Ну, в этом ничего сложного нет. Я же говорю, у меня есть организаторский опыт. Это несложно. Сложнее найти локацию, подходящую под это в Киеве. Но сейчас, мне кажется, в этом деле, с этим делом проще. Тогда было, типа, сложно найти какой-то дом там и так далее, где это можно провести. А кто тогда занял призовые места, помнишь? Ой, там смешно было. Там Ватя выиграл, чемпион Украины, Ватя. Но смешно не то, что он выиграл, а то, как он это сделал. Вот. Ну, короче, это вдаваться в подробности я не буду. Там есть скрины, типа, кто помнит эту историю, тот помнит. А, типа, ну, фотографии я сейчас покажу. Тем, кто недавно в это влился, тем это неинтересно даже будет. Второе место взял Зе, и третье. Я выиграл? Нет, я в Москве выиграл. А в Киеве? Может, я и в Киеве третье выиграл? Я не помню, честно. Слушай, я, по-моему, третье место и в Киеве взял тогда. По-моему, я не помню. Да, да. Что-то... Ну, короче, первые два это точно Ватя и Зе. А турнир проходил с призовым фондом или без? Там был какой-то... Ну, там призовой фонд был, который состоял из взносов участников. Ну, то есть была какая-то плата, да, там, ну, вот приезжал участник, он платил за проживание, еду. Очень крутая, кстати, еда была там вообще лучшая, наверное,
которая была вообще на подобных ивентах. Там был какой-то местный повар крутой, которого там один из ребят, которые, ну, типа, помогали в этом всем, ну, типа, кто как мог. Вот я говорю один, а вот, видишь, типа, кто-то подогнал там повара. Как же его вызвали, я не помню, этого пацанчика. Ну, короче, было топово. Вот, и какой-то турнирный взнос, который потом делится, ну, призовой на первые три места. Ну, а... Плюс был кубок, там какие-то медали, что-то такое. А вот больше турниров не было. Это из-за занятости или нет желания больше этим заниматься? Я бы сделал, но сейчас из-за политической ситуации не приедут в Украину ребята из России, вот, а локальненькие-то, то есть в Украине не так развита геройская движуха, ну, к сожалению. Да. Ну, то есть они есть, то есть есть, естественно, люди, которые в Украине играют, и которые более-менее там профессионально играют и стримят и так далее, но вот прям глобально каких-то, ну, знаешь, вот звездных имен, ну, я не знаю, их мало можно вспомнить. Были идеи сделать в Одессе турнир на протяжении нескольких лет, может, когда-то и сделаю. Более того, там я и локация была, там компьютерный клуб, но не в привычном понимании компьютерного клуба, а такой типа клуб-кафе, который типа компактный, локальный, который тоже бы закрывался под нас. То есть там бар, типа клуб, море, и там можно было бы делать подобные вещи. Там стримерская будка, откуда транслировать, это все можно. Вот. У меня идея, короче, если я буду делать турнир LAN, то главная идея будет в том, заключаться, чтобы сделать нормальное освещение турнира. Пока что этого не удавалось сделать никому. Никому, да. Да, на данный момент даже попытки MS Studio, ну, то есть это похвально, естественно, я не говорю о том, что, типа, что-то неправильно делается, а к тому, что, типа, в 2019 году герои очень сильно в этом плане отстают. Именно в LAN-турнирах. Да. В турнирах, которые освещаются уже на стримах, они достаточно на хорошем уровне. Да. Ну и предлагаю посмотреть как раз фотографии с этого турнира, который ты проводил в Киеве. Заодно и ребята с ним познакомятся. И сколько дней, помнишь, проходил этот турнир?
Слушай, не вспомню даже. Ну, несколько дней, наверное. Там, дня 4, может, не знаю. Ну, 4, наверное, много. Не помню, честно. Это было после Нового года, то есть были какие-то каникулы небольшие, что позволяло, типа, собраться. Там приец был, я уже по фоткам вспомнил приец, там, ну, так, камера не болей. Помнишь какие-то прикольные моменты, которые в эфире можно рассказать с этого турнира? Я помню, которые нельзя рассказывать. Гуннар там упоролся, он на диванчике лежал. А, могу про Гуннара рассказать, это, наверное, можно рассказать, как он... Короче, приехал Героин, такой игрок из Украины тоже, вот, ну, Героин ХП. Кто играет, короче, знает, он на ХВ тоже тусит и так далее. Вот, и, короче, в Чаду Кутежа, короче, Гуннар хотел зарезать его вот таким ножом, типа, вот этим бегал, вот так. Это было, ну, типа, не очень смешно, на самом деле, в тот момент. Ну, вспоминать теперь уже смешно, конечно, да. Ну, да, да, типа, такое... Еще там были истории. Ну, блин, прикольно было, наверное. Я говорю, вот единственное, что холодно было и с интернетом траблы. А так, по-моему, все было кайфово. Ну, да. Ну, и плюс, кроме фотографий, наверное, не осталось особой информации. Ну, там, видишь, были какие-то стримы, которые там мой канал на СК2ТВ тогда забанили, наверное, за этот стрим. А, видосов никаких нет. Не знаю, может, у кого-то еще. Вот эти фотки, которые ты показал, ну, типа, у меня это вот все, что в группе есть. Отлично. Переходим тогда к разделу онлайн-герои. Твои любимые и нелюбимые шаблоны. 6 LM10A, Jebus Diamond. Когда-то еще, ну это любимые шаблоны, когда-то сюда еще в этот список попадала Мининоста и 8MM6A. Также нормально я к СМ-ке отношусь, 2SM, 4D3, и к М200 Skirmish и 2SM2C. Нелюбимые на данный момент это зеркала. Так я и не втянулся, мне не нравится играть. Хотя, ну, типа, H3DM1 еще как-то, не знаю, вот Mirror Jebus, какие-то другие даймонды там зеркальные, мне вообще не нравятся. Так, чтобы совсем не любил, я даже не знаю, спайдер какой-нибудь. Ну, спайдер, я могу играть любой шаблон. Другой вопрос, насколько я на нем буду, типа, комфортно себя чувствовать. Вот, но тот же спайдер я играю, например, но мне он не очень нравится. Кто самые неудобные соперники для тебя? Ну, то есть, может, ты в жестком минусе в партиях с ними? Ну, сразу можно вспомнить антиплеера. Там была серия игр, которые я просто не мог выиграть. Ну, вот я прям играл, там, не знаю. Не мог выиграть. Все. Причем не столько даже там у меня скиллом давило, сколько я сам себя там как-то убивал на раскладах, еще что-то. Ну, и скиллом тоже. То есть, он хорошо играет. Вот. Ну, сейчас я не знаю, я... В прошлом ОФБ антиплеера обыграл, где-то еще обыграл. Я не скажу, что сейчас это, типа, игрок, против которого я не могу играть. Вот самый главный, наверное, это, типа, все-таки он. Кобра покойный тоже много проблем доставлял. Не мог я... Ну, то есть, все важные матчи с Кобра, я помню, я проигрывал. Ну, я, кстати, помню отбор ОФБ, по-моему, когда вы с Кобра играли. Когда я тебе после пришлось того года сдаться. В Героя не играл. Я сдался на... Это была игра за выход... ФБ, мы играли не зеркало шаблона, а зеркало некров просто, с рандомным стартом героев, и он трижды подряд словил Галтрана, и в итоге я рестил, и в итоге я словил какую-то сдачу с одним выходом со стрелковым блоком, увидел снова Галтрана, сдался и год в героя не играл. Жестко. За какой версией ты думаешь будущее героев? За Хотой? Хота, 100%. Это нет даже... Альтернативы, да? Сомнения никакого у меня. То есть я сам когда-то спрашивал, Хота или Сот, я сказал Сот, ну, потому что, типа, я люблю Сот до сих пор, хотя играю мало. Ну, это просто личный выбор, это, да. А, типа, будущее 100% за Хотой. Это не те времена, когда можно вспомнить ВТ, там, ТЕ, это не, ну, совсем несравнимо. То есть Хота на запредельном уровне другом находится сейчас в плане охвата аудитории и перспектив, что самое главное. Это я говорю даже не просто как игрок в героя, а как человек, который немножко в киберспорте варится и понимает, как это может происходить в будущем. Сот это типа удел ХВ тех людей, которые играют в эту игру, и на здоровье это круто, что все равно есть лобби, Бараторч поддерживает, это круто.
но именно в плане перспективы не может быть альтернативы. А как давно ты начал стримить? В каких это годах было? 2011 или 2012 год. Я постоянно путаюсь. А на Твиче, я просто не на Твиче стримил в начале. А Твича не было, когда я начинал стримить. Я стримил на Justin TV, и вообще тогда скорее не вот эти порталы воспринимались местом для стримов, а то, где ты стримишь. То есть я был стримером СК2 TV, а плеер это было второстепенно. Тогда было несколько плееров. Основной это Justin TV, который стал потом Твичом, ну, типа Твич его поглотил, и потом Justin TV, по-моему, выполнял функцию типа URL стримов, а потом просто умер, если я не ошибаюсь. Ну, что-то такое. Овнет. И Овнет. Овнет у меня типа не шел, типа тормозил как-то. А я стримил на Justin. Вот. Попал я в стримы благодаря Тари Ларер. Тари Ларер. Тари, прости, но до сих пор не могу выговорить, сложно. С Тари мы типа пересекались в пятерке, то есть это как раз был, наверное, мой самый главный соперник на тот момент в дуэльках в пятых героях. То есть мы вот прям за топ-1 сражались постоянно. Вот, и пересекались на LAN-турнирах. Кто не знает, Тари это сейчас, я не знаю, чем он сейчас занимается, но еще недавно он увлекался, ну, он и тогда увлекался файтингами, но увлекался уже по-серьезному, он был комментатором там МК, по-моему, то есть он ездил куда-то там в Польшу комментировать несколько месяцев турики, возможно, этим сейчас и занимается, не слежу. Но вот тогда мы играли в пятерку, и он типа стал стримить пятерку на СК2 ТВ, а я в тот момент... не играл уже в «Пятый герой» и, в принципе, играми не интересовался. Вот. Я увидел стримы, меня заинтересовало, прикололо, типа, а что, так можно было, мол? Вот. И как раз я вернулся в игру и начал играть на стримах в пятерку. А после... И где-то через год уже пошел играть в «Третий герой». После одного из стримов, кстати, Стари, тогда ходил мемчик «Тари Твари Лан», когда было объединяли дело. Ваши ники. Было дело. Насколько долго у тебя росло количество подписчиков? Был какой-то момент, когда вот прям бум пошел? Нет, до сих пор этого бума у меня... Ну, как сказать, смотри. Я, во-первых, чтобы все понимали, я занимался этим абсолютно for fun. Стримы тогда не были похожи на то, что представляет сейчас собой. Не было мысли, что я буду стримером. Это было чисто хобби, которое потом выросло уже в серьезные занятия и то, что мы видим сейчас. Вот. И не было гонки за там, подписчиками, стримерами, зрителями и так далее. То есть на тот момент у меня было нормально зрителей. Тогда это было что-то сотка, две сотки. Быстро я набрал достаточно. Ну, потому что я делал уникальный контент. А тогда по-другому сложно было ворваться. То есть сейчас... стримов очень много, и контент очень, ну, мягко говоря, посредственного качества, как правило. Да. Ну, то есть, я имею в виду не каких-то топовых стримеров, ну, в процентном соотношении. Типа, вообще, взять, да. Вот просто, о, пойду, буду стримить, типа. И чем ты будешь привлекать аудиторию, абсолютно непонятно. Мне было чем привлечь аудиторию, то есть я был проигроком, который показывал, типа, high-level skill в определенную игру. Вот. И... это было по кайфу мне, по кайфу зрителям, наверное, кто смотрел тогда «Тварину». Не знаю, до сих пор вот есть иногда залетают на стримы фолловеры, которые, ну, вот еще с тех времен вот, остались. Вот, потом все было постепенно. То есть постепенно я стримил по фану, потом уже и не по фану начиналось. Какого-то качественного скачка не было. Ну, то есть вот прям что раз и... И более того, наверное, если посмотреть на мою историю, то, ну, типа, я не прыгнул как-то. Ну, то есть, к примеру, мы начинали там в одно время, там, не знаю, с... боже мой, вылетело из головы все эти имена. Ну, короче, многие из этих ребят сейчас стали топовыми стримерами в... Ну, несоизмеримым количеством, ну, типа, зрителей и узнаваемости. Я к этому никогда не стремился, да и сейчас, на самом деле, не стремлюсь, потому что если бы я хотел этого, я бы делал, ну, строил бы свою, скажем так, карьеру стримерскую немножко по-другому, совсем по-другому. Вот. То есть я в каком-то своем поле нахожусь. Я просто к тому, что не было вот этого качественного скачка, все было постепенно.
Потому что за такое количество времени, по-хорошему, я бы должен, ну, типа, по-другому бы циферки гораздо большие набрать, как мне кажется. Ну, конечно, особенно если вкладываться в продвижение канала и тому подобное. Ну, например, кстати, вот самая крутая цифра, которой я действительно горжусь, это количество просмотров. Не фолловеры, не сабы, там... У меня больше 10 лямов просмотров на Твиче, это очень много. Ну, то есть да. 12 лямов, это очень много, то есть реально, это круто. Ну и плюс твои каналы пережили несколько банов. Помнишь причины? И изменили ли они тебя вообще? То есть стал ты более аккуратен как-то? В выражениях, да. Да-да-да. Нет даже того безбашенного банка. Но смотри, баны были разные. До банов на Твиче были баны на СК2 ТВ, но тогда тоже другие времена стримерские были. Тогда была цензура и культура стриминга. То есть там за банальное слово «блядь», ну типа тебя банили. Да. Сейчас это норма, причем не только в стримах, на Ютубе, топовые каналы, которые смотрят все абсолютно, от мала до велика, имеют место быть, включать в себя мат, так или иначе. Я не говорю, что это хорошо, плохо. То есть в обычной жизни я употребляю мат, не вижу в этом в целом ничего плохого. Когда его не нужно употреблять, я его не употребляю. Вот. Тогда мой канал банился тоже за какой-то, типа... Ну, типа, несоответствующий контент. Это вот, например, 2014 года этот ивент за, типа, бухлострим, да? То есть тогда был бан на месяц. За маты были там баны на СКЛВ ТВ. И в то время, кстати, на Твиче была абсолютная анархия. Там можно было делать, что хочешь, как хочешь, и тебе за это ничего не было. Вот. Последние баны на Твиче, они были относительно недавно. Их уже, наверное, ну, все помнят, кто следит за стримами. Ну, были, да, естественно, это изменило мое отношение к ведению стримов, то есть я стараюсь держаться в рамках правил, принимаю эти правила, по-другому просто нельзя, то есть это агрессивное навязывание своей политики. Нравится это мне? Нет, не нравится. Принимаю ли я эти правила? Да, теперь принимаю. Ну да. Также ты был организатором первого шоу турниров, ну, по крайней мере, из известного мне вообще, по героям третьим, на версии Хота. Были ли у тебя помощники и что подтолкнуло на проведение? Тогда это были времена прайм-тайма. Это конкурс стримеров на СК2 ТВ, где вот я заходил тоже с рубрикой Heroes 3 ТВ. Старались сделать разный типа контент прикольный. И... Этот шоу-турнир был как обещание за, ну, типа, за достижение, по-моему, топ-3 в каком-то из этих ивентов. Соответственно, я получил, ну, типа, была достигнута эта планка, и я сделал этот шоу-турнир с призовым, то есть с приглашенными топовыми игроками на тот момент. Были ли у меня помощники? По-моему, нет. Ну, как обычно, там были ребята, которые помогали... Ну, помощники, естественно, были в том плане, кто-то помогал картинку рисовать, там еще что-то, но вот глобально, ну нет, я делал это один. Много ли проблем было по ходу проведения турнира и легко ли решались? Да не особо проблемы были, все вроде было норма. То есть единственное, что, ну, это было сложно в том плане, тогда мы старались делать все в прайм-тайм, так называемый, то есть мы не просто там каждый день это делали, то есть была идея, что типа каждый уикенд в определенное время, топовое время, там, ну, условно, это типа пятница с 7 вечера и до поздна, или там суббота целый день. Можно будет смотреть вот такие герои с комментариями Тварыны и приглашенными. Мы это делали совместно с... А, ну, тоже я забыл, это самое главное. Мы с Хота Крю это делали. То есть помогали при участии Хота Крю непосредственно. Это важно. То есть это было... Мы были на связи с... разработчиками, и они были в конфе всегда. То есть, когда я комментировал, они тоже подтягивались. Плюс я приглашал сокастеров других. И вот был вот такой вот ивент. Сложно было временные рамки, то есть это было 2 месяца, и, ну, типа, по сути, были заняты все выходные. В остальном, да, было вроде норм. Ну, там еще, я помню, были проблемы с тем, что слишком поздно в записи появились игры, да? С музыкой там было. Ну, вот в этом проблема с музыкой, но это скорее проблема не лайв-записей, а того, что эти записи потом сложно посмотреть на Ютубе будет. Ну, я столкнулся в очередной раз с тем, что
площадки типа YouTube, да и Twitch в том числе, негативно относятся к производству, воспроизведению, точнее, музыкальных треков различных. Хотя это, ну, точно не популярные треки. Но, тем не менее, корпорации диктуют, как нужно себя вести в таких условиях. Я это не приемлю, если что, я про это всегда открыто говорю. То есть я являюсь противником сложившейся современной истории с правами на интеллектуальную собственность. Я не являюсь пиратом и пропагандистом этого. Я со стороны именно как сам участник каких-то процессов, например, создания и продвижения музыкальных треков, я могу сказать, что музыкант... Ну, короче, это все делается не в угоду музыканту и какой-то группе, а в угоду корпорациям. И это просто агрессивная попытка заработать максимальное возможное количество денег путем не продвижения культуры, а запрета. И это плохо. Это да. И именно поэтому на Ютубе некоторые ролики появились по шоу-турниру гораздо позже, а некоторые не появились вовсе, потому что я выкладывал ролик, и там полностью мьютится дорожка, типа банится видос и так далее. К сожалению. Сейчас я бы делал уже, конечно, ну, с оригинальной музыкой из героев и так далее, но тогда были другие времена, я, ну, то есть... У меня концепция такая, то есть я делаю все по своему видению. То есть, ну, музыка — это неотъемлемая часть моих стримов, и этот шоу-турнир не стал исключением. Ну, вот я сделал таким образом. Ну, конечно. А как часто ты играешь на ставки? Играешь ли? Какие максимальные ставки, на которые играл? Не играю на ставки в принципе. Я пробовал, когда это только начиналось зарождаться, ну, в массовом таком понятии. А, остался даже в каком-то небольшом плюсе, по-моему, незначительном. Перестал играть, по-моему, после игры с юристом. Там ставка была на Джебусе какая-то, не помню, там что-то... Ну, какая-то ставка, в общем, была, которую я проиграл и подумал, типа, неприкольно. Мне не нравится, я не зарабатываю таким образом деньги, это не дает мне больше мотивации играть, скорее только раздражающий фактор, ну, лично для меня. Это да. Ну и перед тем, как перейдем к следующему разделу, предлагаю посмотреть отзывы от Варыни, которые написали ребята с портала Heroes World. Давайте, давайте, папашки, сюда. Очень интересный человек и стример. Лизард. Тварына — это тот, чьи стримы героев я увидел первыми. Помню, он нон-стопом катал джебы и 8mm6а под крутое музло. Могу сказать, что он отличный стример и классный чел. Огромную роль сыграл в популяризации героев. Фалькон. Очень редко посещаю его стримы и особо не в курсе событий за последние полтора года. А так харизматичный и приятный человек. Когда горит, тоже нечеток. Саниок. Горячий украинский хлопец, я к нему отношусь с уважением и позитивно. Один из лучших стримеров по героям со своим уникальным стилем и все такое. Алфейн. Саню знаю давно, знакомы лично, интересен как игрок и как личность. Санта-Клаус. Тварына папашка с суперконтентом, ему нужно памятник поставить за развитие геройского комьюнити. В любом случае это топ-игрок, не буду перечислять его навыков, скилла и прочих достоинств, сами можете понаблюдать на его стримах. Но хочу выделить то, что больше всего бросается в глаза, по крайней мере лично мне. Александр — это человек настроения. Сам иногда захожу к нему на стрим, и сразу видно, кто перед тобой. Тварына добряк или дерзкий панк, который тебя отправит в бан за неосторожное словечко, лул. По скриптум, Саня лучший. Бишоп. Знаю Тварыну как игрока давно, с его участия в новичке. Негрить любил уже тогда, играл пару раз с ним Excel-ки, когда уже сам крепко играть научился. Проиграл обе, в обоих он негрил и сдало ему лучше. Насколько могу судить по стримам, он вполне адекватный парень, для героев делает многое. Импульсивный, крепкость пердака умеренно средняя, подпалить можно довольно-таки легко. Скорее был бы рад знакомству, чем не рад. Позитив. Ничего, кроме хорошего, про него сказать не могу. Интересный человек, творческий, отличный комментатор и собутыльник. Стингер.
Как к человеку отношусь к нему очень хорошо. Гомунгулс. Я не знаю, истории, которые прям выливались в какой-то негатив. Не знаю, могу вспомнить с Индрой только историю, а так даже не знаю. Ну, то есть у тебя лично обид ни на кого не осталось, ни за что, в принципе? Я вообще очень, конечно, импульсивный человек, но легко отхожу. Если у кого-то там со мной какие-то конфликты и споры, даже интересно было бы послушать. А так я не припомню. Ну, а ребят, которые до сих пор там в чатике что-то тебе там негодуют по поводу чего-то там старого, тоже нету? Или из соперников? Не-не-не, именно из соперников. Ты мне расскажи, видимо, что-то есть. Я не знаю. Ну, хорошо, тогда давай посмотрим небольшую нарезочку. Давай. Какой же ты все-таки душный, особенно в плане отношения к зрителям. Хорошо, что это СНГ и можно не париться, посылать всех прямым текстом на каждом стриме. Да хоть член показывать на камеру, все равно будут донатить и смотреть. Потому что уважения к себе никакого. XD, ну типа смайлик, смешно. А как? А так бы ты уже в шахты пошел работать давно. Но хочется верить, что все встанет на свои места, и твой скверный характер будет вознагражден в нужное время. Подмигивающий смайлик. Саня, ты когда-то говоришь, похож сразу на Кличко, на самых ярых депутатов. Народ плохой. Саня, мы тебя смотрим и топим за твою победу, и это понятно, в этом нет ничего плохого. Чел, вот ты конкретно, тебе бан за тупость. Ты написал после того, как я 3 раза пояснил на пальцах, что не нужно писать хуй. Ты идиот, не народ тупой и сравнивать с какими-то политиками. Здесь тупых не любят. Ты показал свою тупость просто в квадрате, в кубе и пошел с этого стрима. И видит бог, это первый бан за несколько месяцев по тупости. До этого я банил только за спойлеры или за откровенное хамство. Всего хорошего. О, вот это самое кайфовое. Окей, давай получим вместе. Если ты убьешь с полом, если убью с полом, не смогу с первым раунде. Что есть? Hit and run. А во втором раунде, если выживу, смогу. Я тебе говорю, если убьешь, пишет наш оппонент. Вот это тонкий юмор, это Стёп. А то, что делает тварина, это банальное оскорбление, говорю, подростка, старшеклассника такого, застрявшего в пубертате. Потому что, как бы, я уже осведомлен, что он делает за моей спиной, и что он говорит. Ну, бог ему, собственно, судья, потому что, ну, я же говорю, это обыкновенный подросток-переросток, на который, кроме как играть в компьютерные игры, ничего, организовывать бухло-фесты, ничего полезного для этого мира не делает. Ну, может, и не поливает в данный момент, но я же говорю, мне как-то доводилось случайно забредать на стримы и кое-что слышать. Мне этого достаточно.
несут в себе негатива на самом-то деле, его право. Мне как бы... У меня нет конфликта с Мирином, если что. Если он что-то обижается, ну, иди обниму, как говорится. Ну, то есть ты без понятия, да? Если он и обижается, то на что вообще? Нет, да я понимаю, ну, лол, я его троллю, конечно же. В смысле, я понимаю, почему он... Точнее, я понимаю, на что он может обижаться, но нормально люди не так реагируют на подобное. Либо это тоже такой, знаешь, его реакция, это тоже такой своеобразный стёб. Я могу только так расценить. Ну, в принципе, да. Еще говорят, была... Есть, могу показать фоток Мерлина, кстати, чтобы он еще больше обижался. У меня есть в архиве, все нормально. Говорят, еще были какие-то конфликты с Гунаром. С Гунаром? Или нет? Неправда. Не знаю. И типа была какая-то конфликтная ситуация с юристом, мол, после чего он ушел даже из героев. Все, короче, вышеописано это типа ерунда, поскольку это просто какие-то импульсивные истории. Типа никто... Я всегда готов к диалогу. Если у вас какие-то конфликтные ситуации с Твориной есть, вы можете задать мне вопрос посредством общения через интернет, либо лично, да. Мне очень много в жизни и угрожают до сих пор, и по разным абсолютно факторам. Ну, потому что, типа, люди не приемлят, возможно, такой стиль общения, который я себе позволяю. Ну, либо... и прямота тоже кому-то может ну, быть. Да, я, типа, за словом в карман не лезу, если что. Вот. Ну, что-то пока как-то все хорошо. Вот. Я ни с кем не конфликтовал, если что. С юристом тоже. Там история, что типа Даня, он в свое время, он не со мной конфликтовал, он конфликтовал вообще со всеми там геройщиками, есть тоже эти скрины. Он не тварина импульсивный, вот юрист импульсивный человек, который уходил, возвращался, такой добренький весь, все забывали, типа, какой он может быть на самом деле. Такое. Как вот Мерлин говорит, бог ему судья. Вот этим всем персонажам. Я на эту тему вообще улыбаюсь, и на тему комментариев, хейта и так далее. То есть я знаю, ну, типа, что для меня это, ну, типа, какой я человек, и меня это просто смешит, не больше. Я знаю, кстати, с портала ХВ ребят, причем содовцев, которые играют в Хоту, но при этом критикуют тебя за там какие-то высказывания, мол, на форуме по поводу... Написание слова «содовцы» раздельно, «содовцы». Это шутка, которую не я придумал, а придумал как же его звали? Короче, кто-то вкидывал, когда во времена ВТ, типа, была, типа, ВТ-элитка, и, типа, содовцы, как, ну, типа, второй сорт. И я не помню, кто это был, честно. Это причем был какой-то чуть ли не ноунейм, который ворвался на ХВ и вот так писал. И... Я эту тему просто подхватил и, типа, в форме троллинга пишу, лол, я сам в сот играю, люблю его, камон, ребята, с юмором нужно подходить. У нас проблема, что, во-первых, каждый видит то, что хочет видеть и слышит то же самое. Я с этим сталкиваюсь постоянно, в любых проявлениях. Говорю одно, люди слышат другое. То есть я это вижу, ну, типа, что вот мое высказывание, моя мысль, она не доносится до адресата. Ну, точнее, до кого-то, может быть, доходит, но каждый вообще видит то, что хочет. Да на здоровье. И опять же, я не борец с этим. Я вот эти, например, все конфликтные ситуации, баны и так далее, это не борьба с этим. Это скорее попытка огородиться от... Это реально тупость, я считаю это тупостью. Я открыто это говорю. Никому не нравится, когда его тупым назовут, согласись. Ну, конечно. Ну... А подумать немножко, я делаю максимально комфортное поле для общения игры на своем канале. Я это всегда сравнивал с, не знаю, с баром. Ну, это бар, куда вы приходите и пытаетесь зайти туда со своими правилами. Ну, представьте, что это какой-то бар у дороги, где, не знаю, играет какая-нибудь рок-музыка, и сидят какие-то серьезные злобные дядьки, а вы такие забегаете, лалка. Что с вами сделают в таком баре, как вы думаете? И вы потом обидитесь, что, типа, видимо, вас там не туда послали, вот такие вот злые ребята. Это проблема, видишь... Ну, понимание и чувство юмора, и того, что, типа, это интернет, здесь принято якобы заходить везде, как к себе домой. Но это не всегда так работает. Вот в этом главная проблема. Проблема
хейта. Ну, я не знаю, может быть, это не у меня нужно спрашивать, я свое видение говорю происходящего. Вот эти все истории там содовцы написал раздельно, что вообще? Содовцы, так писал не я, а другой чел, я это просто спародировал, поржав, я сам в сод играю. Камон, ребят. Ну, мы даже с Дёрти, когда обсуждали... Немножко шире это, ну, типа, просто обдумывать. Да, мы с Дёрти, когда обсуждали даже этот вопрос, он тоже говорит, ну, это вообще не Тварына придумал, это, говорит, еще с тех времен, говорит, тоже не помню, кто там запускал эту тему. Говорит, то есть... А он писал, кстати, серьезно, ну, вот я без шуток, я помню, то есть вот это вот, ну, прям, ну, верховенство ВТ и, типа, вот отношение к тем, кто играет в сот, как, типа, к нубасам, к... Это было, но это не Тварына делал, поверьте мне, лол. Не знаю, для меня вообще это странно слышать, если честно, вот про судовцы. Ну окей, кого-то обидело. Сорян, чё. Ну да. Переходим к разделу «Окологеройские вопросы». Насколько много в процентах примерно занимает у тебя именно геройская деятельность? По-разному сейчас снова больше, хотя как больше, я стримлю сейчас вот последние несколько месяцев меньше, но это все тоже, оно волнами идет, сентябрь придет, там посмотрим. Там тоже будет занятость в ХСе больше, а до ноября там как карта ляжет. Ну, достаточно много. Как правило, я в героев играю на стриме и смотрю стримы сейчас исключительно геройские, меня особо ничего больше не интересует, именно в плане стриминга. На данный момент, я не знаю, сложно сказать именно во временном отношении, но много времени это занимает. Ну, то есть нестабильно все, как получится. А ну не то, что я бы назвал это нестабильностью, я бы назвал просто я плыву по течению. Вот я сейчас точно могу сказать, что я для себя выработал такую тему, что я не стримлю, ну, короче, играть равно стримить, правильно? Да. Я редко играю без стримов, и потом тоже сразу там в лобби это шпалится, типа, вот Тварына играет без стрима, там, нас кинул, бла-бла-бла. Вот, никого не интересуют причины, там, что, ну, вот не могу, например, стримить, а играть могу. Ну, как бы, вот такое бывает по внешним факторам чисто. Никого это не волнует. Так вот, я к чему... Я, конечно же, к стримам отношусь серьезно, но, то есть это сейчас один из видов моей деятельности, что называют работой, да, но я стараюсь не стримить без настроения, потому что, ну, были времена, когда я вот прям, ну, нужно стримить, я стримлю, вот все, ну, нужно. И ты сидишь такой, думаешь, нахера ты это делаешь, там, и настроение себе портишь, и вот эти тоже со зрителями там недопонимание. Лучше не стримить просто, чем стримить с плохим настроением. Я могу сейчас себе это позволить, и... То есть я стримлю, когда мне в кайф. Это нужно просто принять. Я никого не кидаю, не ленюсь. Вот мне хочется, я запускаю. Это кайфово, потому что стриминг как работа, он... Ну, я, поймите, я не, типа, не тот стример, который... Я не игрок хай-левела, вот как там Бишоп написал. Спасибо, конечно, было приятно читать. Типа, я не игрок топ-уровня, это всегда подчеркиваю. Я скорее стример со своей какой-то атмосферой и историей, который... Типа, играя на достаточно высоком уровне. Вот. И меня не будут смотреть, если я буду просто сидеть и удивлять всех скиллом. Скиллом я сейчас не удивляю. Я удивлял в пятерку, возможно, когда я играл. А сейчас есть кого посмотреть, если вы хотите посмотреть именно хай-левел героя. А если вы хотите атмосферы, движухи, то для этого нужен и настрой стримера соответствующий. Вот и все. А здесь куча внешних факторов, как и бытовые какие-то расклады, так и просто то, как игра складывается, то, как чат себя ведет, донатик большой залетел, это сразу плюс настроение там. И вот все это воедино складывается, и из этого получается стрим и игра. Но все равно даже сейчас я бы сказал, что я много стримлю и играю. Как твои близкие относятся к твоему занятию по поводу героев? Не мешает? Ну, в первую очередь, это жена моя, наверное. Но ей не нравится, типа, что я много времени, естественно, провожу, типа, вот в своей будке стримерской. Но это работа, и она относится к этому как к работе. Вот то же самое, что, знаешь, ты уделяешь работе больше времени, чем мне. Это к этому отношение не как к игре, а как к работе. А когда я только начинал играть в игрушки, естественно, родители там... Жена, они к этому, ну, типа, там, игрушки. Ну, как у всех это бывало, типа, что ты взрослый лоб там в игры свои играешь. Когда это начало уже перерастать в что-то большее, естественно, что люди все понимающие, адекватные, они понимают, что, типа, ну, окей, это просто то, что-то, типа, новое, то, чего мы не понимаем, но это, типа, уже серьезно. Вот как-то так. Встречали ли тебя твои фанаты вне стримов?
и как встречали, ну, не именно на съездах геройских, а так чисто на улице, где-то в поездке. Ну, типа, узнают, бывает, узнают, я не скажу, что часто, периодически. Вот в Одессу приехал недавно, сразу с вокзала вышли, там какой-то чел, типа, вот, ты твари нас встречай, я говорю, да, твари нас, о, прикольно. А бывает, часто люди такие пугливые, они там, о, там, типа, тварина, там, там, ну, можно сфоткаться. Я говорю, да, иди сюда, конечно, иди, обниму. Я всегда, если есть время, я там жму руку, общаюсь, фоткаюсь без проблем вообще. Вот. Как относишься в героях к созданию плагинов, фреш-моду? Фреш-мод один раз играл недавно на турике. Ну, типа, идея интересная, но... я не совсем понимаю, зачем она, ну, лично мне, зачем в нее играть. Есть хот, а есть сот. Фреш-мод, ну, типа такое. Мне в сот, который есть сейчас, играть интересно. Фреш-мод не улучшает для меня сот, он скорее просто делает его другим. Я сторонник того, что если что-то не ломается, то незачем его чинить. Плагины другие, даже не знаю, о чем речь. Ну вот плагин HV, который HV Rules, который уже типа вшит в HD мод, да, и в хоте, да, он есть, я так понимаю, по умолчанию. Тоже вшит, это, да. Это типа крутая штука. Остальное... У меня единственное, чем я пользуюсь, вот помимо героев, это суперпак рус, ну типа русификатор, все. А, и еще ускоритель. В соде типа есть турбосот ускоритель. Да. Все, вот это полезная штука, так? Даже не знаю. Интересуешься ли ты политикой и насколько она тебя цепляет вообще? Или ты аполитичен? В современном мире невозможно абсолютно от этого абстрагироваться, тем более живя в постсоветских странах, в России, Украине, Беларуси. Так или иначе, это касается каждого. Естественно, я не исключение, но я не живу в каком-то домике там и так далее. А я аполитичный человек 100%. Я считаю, что аполитичность моя заключается не в том, что я типа... не, короче, такой вот, меня это не касается. Я считаю, что все это абсолютное зло. То же самое, что с религией. Это многим не понравится, ваше право, мне как бы все равно. Я говорю, как есть. Политика – это зло в любом раскладе, вне зависимости от стран там и так далее. Есть самоидентификация и, не знаю, чувство, ну, своей земли, что ли, да, вот как-то... То есть я вот родился, живу в Киеве, я украинец 100%. Когда мне говорят, типа, хохлы, типа, плохие, я за это, ну, могу и по роже съездить вообще легко. Это ваши личные проблемы, как вы относитесь и так далее. То, что происходит сейчас вообще в мире глобально, мне не нравится, мягко говоря. Я бы с удовольствием собрал бы всех адекватных, нормальных людей и куда-нибудь съездить. Ну, типа, тут дельфин должен это, я пока не научился, да, куда-нибудь... съехать. Да. Там, где тепло, желательно, и пусть там море будет или океан. Вот. Но при этом я не отстраняюсь от происходящего. Если у вас какие-то вопросы, ну вот я украинец, я живу в Киеве, я не планирую никуда уезжать. Вот так вот. Доволен ли я происходящим вообще глобально? Нет, не доволен. А вопросы... Ну, понимаешь, тут уже люди тоже, люди не умеют в полутона и оттенки. Они привыкли все видеть в черно-белом цвете, как моя вебка, например. Вот. И должен быть или свой, или чужой. Я это тоже не особо приемлю. У меня есть как друзья абсолютно в разных странах, в том числе и в России, так и недруги. И здесь у нас, в Киеве, там, в Украине в целом, много быдла, которое... Я откровенно, ну, типа, не приемлю в том числе. Если что, тоже задавая вперед вопросы, я говорю по-украинскому, на украинском языке, можу розмовляти, якщо ви будете розуміти, мені це буде дуже файно. Но многие не поймут просто, я бы спокойно по-украински говорил и давал интервью, и в жизни я часто говорю по-украински, и с женой мы общаемся на украинском языке, и я люблю украинскую культуру, и тоже ее в какой-то степени продвигаю. Ну и на стримах ты тоже не единожды говорил на украинском, так что вот. Не цурайся рідної мови. Но при этом я типа не жесткий это чувак, там, не националист, конечно. Я вообще глобально, ну я это в самом начале говорил, я, ну не знаю, это не космополит, мне не нравится слово, но не знаю... Современный, блин, житель планеты Земля 2019. Для меня реально очень многие вещи, которые происходят в современном обществе, кажутся дико архаичными и просто иногда
не знаю, от фейспалма лоб болит. Ну да. Ну, в принципе, основная часть программы завершилась. Сейчас мы минуты 2-3 посмотрим заставочки с мемчиками разными, а у чатика есть время накидать вопросы, которые вы хотите задать Творыне. The kisses of the sun were sweet, I didn't quit. I let it in my eyes like an exotic dream. The radio playing songs that I have never heard. I don't know what to say. Oh, not another word goes la 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 la. It goes around the world just la 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 la. It's all around the world just la 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 la. And everybody's singing la 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 la. And our bells are ringing. The key. And now the lion's gone, still it goes on and on. So deep inside of me, I want to set you free. I don't know what to do, just can't explain to you. I don't know what to say. La 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 la. Так, мы вернулись. Ну, начну я задавать вопросы, те, которые сначала ребята с портала ХВ задали. Лизард спрашивает. Мерлин. Конечно. Мерлин. Хивана спрашивает. Когда ближайшие мероприятия, может быть, ты, как и раньше, будешь в Москве? Мероприятия в Москве он имеется? Именно в Москве, да. Не знаю, в Москве будет осенью концерт Quakes. Кто смотрит мои стримы, знает эту группу, я думаю. На него я не планирую ехать, не знаю. Скорее всего, если я поеду в ближайшее время в Москву, это будет связано именно с либо с работой, либо ну, со стримами, типа, что тоже есть часть работы. Санта-Клаус спрашивает, приедешь ли ты на СНГ 2020, и чтобы ты рассказал историю, связанную с тем, как ты не поехал в Грузию?
Я буду стараться, то есть у меня всегда есть в планах подобная поездка. Это крутые ивенты, которые стоит посещать. Все зависит от того, где это будет, даты и моя занятость в эти даты. Вообще хотелось бы, конечно. Не поехал я в этом году в Грузию, поскольку стал жертвой бюрократической ошибки. В аэропорту Борисполь меня не пропустили пограничники, потому что по моему ФИО оказалась задолженность, точнее не так, у них просто база, где просто стоит запрет на выезд из страны. Позже оказалось, что это относится к моему однофамильцу, полное совпадение ФИО и даты рождения, который не заплатил алименты. И типа как меру пресечения ему поставили не выезд за пределы Украины. Но так как отлично работает, вот, видимо, эта система БАС, я не знаю, как это называется, и так далее, то они не удосужились даже в эту базу вписать идентификационный номер. Да? И в 2019 году сверяли личность просто по ФИО и дате рождения. Капец. И мне, ну, понадобилось 2 месяца, чтобы решить эту проблему. И я ездил вот месяцок назад уже в Испанию. Все нормально. Единственное, что мне теперь нужно будет возить с собой кучу документов, и каждый раз эта поездка будет с траблами. То есть каждый раз мне нужно будет объяснять, доказывать, что типа я — это не тот, не та персона, вот, в которой, у которой запрет на выезд. Ну и билеты сдать не удалось, да, и забрать деньги? Ну, по деньгам я нормально попал. Там не только билеты, там в целом много времени, такси, если такое понятие, еще недополученная прибыль, когда ты тратишь время на всякую ерунду, а не зарабатываешь деньги. Ну, короче, финансово это тоже нормально ударило. Да. Бишоп спрашивает, почему Плюша строит Капитолий? Она уже построила, уже не строит, ей уже неинтересно. Я на самом деле не помню, как появилась эта фишка. Это так называлась рубрика в рамках Prime Time. Но, видимо, как-то коллективным разумом в чатике придумали. Ну, Плюша — это моя кошка, кто не знает. Кстати, она ни разу еще не показывалась на вебке почему-то. Все, не стесняется. И как-то вот придумали такое название. Я, честно, не помню даже, как это взялось. Но... Также Бишоп спрашивает, смотрел ли ты комментарии Давиду после игры с ним? Это, видимо, та игра, где, типа, это... Да-да-да. Зармажил. Ну, я видел ролик, типа, с его стороны, естественно, хайлайт. Ну, типа, он забавный. Какие-то другие комментарии, не знаю. Я знаю, что поляки там вообще... У них движение, типа, за Давиду было. Вот я с каким поляком не играл после этого, там у них пароли всегда было, там, отомстим за Давиду, там, что-то такое. Ну, забавно еще. Давиду очень сильный игрок. Вообще, польская комьюнити сейчас очень на высоком уровне. Мы как-то не заметили, когда эта комьюнити даже, возможно, уже русскую школу героев перегнала. Ну, или как минимум точно непонятно, кто, типа, круче. Я бы сейчас даже, возможно, на поляков поставил. Если так, я доведу один из топовых игроков этого комьюнити. Но прикольно было. Ложечка удалась. Да, Леори спрашивает. Интересно, как Тварына относится к стилистике нового замка в Хота? Нормально, мне норм, увидев этот ролик. Я в целом отношусь к проекту Хота с интересом. Мне нравится то, что делает. Я не разделяю мнение о том, что это выбивается из общей стилистики героев. То есть я это воспринимаю, то, как это преподносят разработчики, как органическую, органичную часть, как дополнение, то, что могли бы сделать официальные разработчики в свое время. Ну и типа новый замок, который Фактория, да, то, что я видел, я ожидаю, что будет круто. Мне кажется, вообще это, ну, должно прям стать новым витком, если все правильно сделать, в геройской тусе вывести эту игру на новый уровень. Дилан Моран спрашивает, как на протяжении стольких лет ты сохраняешь интерес к стримингу? Да мне по кайфу, если бы мне было не по кайфу, я бы давно забил, поверьте, я бы нашел чем заниматься и чем деньги зарабатывать. Когда банили мне на... нравится. Олд Ромео спрашивает, когда банили на Твиче, не было мысли
Ну, короче, переметнуться на YouTube и развивать там канал. Нет, не было. Ну, это сразу ты ходишь на YouTube, ты прощаешься с Твичом. Все просто. YouTube непригодная для стримов площадка, на мой субъективный взгляд. А Твичу пока нет альтернатив. YouTube хороша для... Ну, она подходит для ведения стримов, но немножко других. Вот если, типа, делать какие-нибудь рейл-стримы, бухло-стримы периодически, это прикольно. А писать гайды, там, какие-то видосы делать, заливать отдельные партии, лайв, ну, то, что ты, типа, стримил, да, вот какую-то сделать нарезку или просто интересную партию заливать, это прикольно. Именно как стрим... альтернатива отвечу, как стрим-площадка, мне кажется, YouTube очень сильно проигрывает. Естественно, всегда будут зрители, кому будет удобно смотреть именно на YouTube, даже на живые стримы. Я это понимаю, но глобально я вот так вот вижу это. С Твича я не планирую уходить, нет пока альтернативы. Все нормально, стараемся держаться в рамках правил и надеемся, что все будет хорошо. А вот развивать параллельно YouTube-канал, этого бы мне хотелось, но это требует затрат времени и скорее, ну, просто переорганизации стрима, какой-то выход на новый уровень, что тоже я планирую, но когда это будет, кто его знает, тварина та еще ленивая тварина. Но когда-нибудь будет. Я вообще осенью планирую что-то подобное заняться, то есть делать какое-то новое оформление канала, возможно, создавать какую-то команду людей, которые будут мне помогать, потому что я один, ну, я один вот выгребаю как стример, но именно в плане развития, ну, типа бренда, да, там, развития каналов нужны 100% еще люди. Спрашиваю. Так что папашке можно будет с Твариной вот одно дело делать вскоре, возможно. Спрашивают насчет миксера, не считаешь ли его альтернативой? Что такое миксер? Это, короче, новая стрим-площадка от Microsoft, и с Твича популярных стримеров за денежки начинают туда переманивать. Я на своем веку видел несколько подобных площадок, куда переманивали за типа X4 деньги по сравнению с Твичом. Я думаю, что в... Ну, типа, чем популярнее стример, это ну, в прогрессии растет еще. Я не удивлюсь, если там... Ну, X10 вряд ли, но... Типа, условно, топовых сложно переманить стримеров сейчас с Твича, потому что там очень большие деньги на подписках, в первую очередь, на сабскрайбах. Это не касается русского сегмента, но и в русском сегменте уже тоже, ну, типа, топовые стримеры просто другим образом деньги зарабатывают. Я первый раз слышу про миксер, не планирую, неинтересно. Саня Варлорд спрашивает, будет ли сегодня подрубка от тебя? Возможно, да, сейчас закончим интервью, я перекушу и подрублю. NoMosk спрашивает, будет ли новый туториал по героям, я так понимаю. В планах есть, да. Ну, он скорее не то чтобы новый, а те обучалки, которые выходили несколько лет назад, они уже устаревшие, и есть в планах сделать такой просто обновленный туториал, который будет касаться уже современных реалий в героях, хоты в том числе, и так далее, урезанные по времени, потому что я понимаю, что очень много смотреть это уже не для современных ребят, которые, девчат, которые будут героями интересоваться. Вообще, ну это все я бы отнес к глобальным планам по развитию YouTube-канала, но подчеркну, что я не могу обещать, я никогда не стараюсь не обещать, потому что, ну, как, я не знаю, как пойдет. Как пойдет? Вообще было бы круто. В планах подобное есть. Юна 11 спрашивает, Тварына, кого из начинающих игроков ты считаешь самым перспективным? Сложно сказать, из стримеров могу сказать, игроки, я даже не знаю, кто ворвался сейчас недавно. То есть ты Санёк, за турнирами наверное... не сильно следишь, да? Ну смотри, ну а кто есть начинающий игрок? Ну вот Санёк, наверное, из начинающих, но он уже тоже играет пару лет. Но из тех, кто вот типа ворвался относительно недавно, он достиг, наверное, самых высоких результатов. А так, я даже хз... Стримеры хорошие, новые есть. Вот папашка из чатика, я сегодня смотрел его стрим, он классно катает, френдли контент, мне нравится. Вудуш вообще ворвался, топовый стример сейчас. И не только в геройском, то есть он набирает обороты, прям будет уже хорошо как бы смотрится, будет еще лучше смотреться. Вообще сейчас в геройском плане, в геройском
сегменте очень много крутых стримов на любой вкус вообще. Начиная от новичков, там тоже ребята залетают, у которых пока мало зрителей, но которые стараются и которые катают регулярно. Есть что посмотреть. Топовые игроки начали стримить. Очень круто, потому что раньше типа стримили там ты да я, да мы с тобой, и все. То есть буквально пару человек, которые до сих пор продолжают стримить. Все знают, я думаю, эти имена. Нет смысла их называть. Есть приток как молодежи, так и старые папашки тоже подтягиваются в стримы. Как игроков, я кроме Санька даже не знаю, кого выделить. Джейсон Бэй спрашивает. Тварына, какая была бы твоя реакция, если бы в 3 часа ночи позвонили в дверь, а там Амилу стоит с бутылкой вискаря и предлагает каточку 6 LM по хатситу? Вообще, я бы обнял Мишу, мы бы прошли у меня вот дверь вот в кабинет мой и сели бы катать хатсит, конечно же, вообще легко. Сосок Кентавра спрашивает, что лучше для новичка, хота или сот, и почему? Хота. Все, кто начинает интересоваться героями, я рекомендую хоту, потому что сот — это как бы не обижались, сорян, ребята. Намного сложнее. Это, во-первых, намного сложнее, во-вторых, тут важно задать себе вопрос, зачем ты идешь вообще в эту историю, покатать в герои, серьезно заниматься. Вообще, на любой этот вопрос ответ будет хота. Потому что сот понравится только тем, кто, ну, типа, консервативно настроен, и тот, кто уже играл в сот. То есть, кто не приемлет каких-то перемен, изменений, таких людей тоже много, они есть. Но вот именно если я бы сейчас пришел как новичок, я бы в сот не играл 100%. Вообще никогда. Юна спрашивает, почему в геройском сообществе так мало девушек? Они не умеют думать стратегически? Слушай, это сложный вопрос, я не психолог, я не знаток мыслительных процессов в головах девушек. Я с ними обычно на другие темы общаюсь, не на геройские. Ну как мало? Есть Валерий. Валерий вот играет, стримит. Скорпиона была, до сих пор играет, в сот стримила когда-то. Есть девчата, немного таких, я думаю, в других играх не очень много. В целом, наверное, девчонки, которые играют в компьютерные игры, интересуются играми, это меньшинство. Ну, то есть, все-таки парни там в процентном соотношении гораздо больше будет. Не знаю. Возможно, тоже герой, видите, специфическая игра, она требует усидчивости, не так много экшена. Хотя это тоже такое уже спорное утверждение, потому что современная охота, тот же Джебус на коротком таймере, это тот еще, не знаю, StarCraft, то есть там нормально кликать нужно, и экшен постоянно идет. Не знаю. Волвин спрашивает, как ты относишься к ковбойскому городу в Хоте? Ковбойский город в Хоте? Это что за ковбойский город? Это типа альтернатива? Ну, смотри, во-первых, новый город — это будет типа фактория, правильно? То есть там будет типа, как этот замок назывался? Фордж, да? Фордж, который, да. Типа, планировали разработчики, которые потом... планировал охота на каком-то этапе своего развития, и сейчас они отказались от идеи Форджа и сделали что-то типа, ну, такое, то, что будет называться фактория, ковбойский замок. Может быть, это он и есть, там есть же какие-то ковбои вроде, я не знаю. Да круто. Я к любым подобным новшествам отношусь позитивно. Ну, как раз Архил и спрашивал вообще, ждешь ли ты новые города в Хоте? Насколько тебе это интересно. Да. Я не скажу, что я прям там отсчитываю дни до выхода нового города, но я, естественно, ожидаю, хочется увидеть даже не столько появление нового города, сколько глобальных каких-то новшеств. Я хочу увидеть изменения в плане магии. Не глобальные, типа, какие-то, а вот просто, ну, типа, в Хоте сейчас слишком магия доминирует, на мой взгляд. Что-то с этим нужно и можно сделать. Можно нерфить какие-то плохие скиллы, что тоже не скажется глобально на игре, на отторжении с точки зрения классики, да, с точки зрения вот классической версии игры и этого аддона. И, конечно же, новый город — это всегда прикольно. Надеюсь, он выйдет все-таки в этом году, в конце года, или в начале следующего. Rage Team спрашивает. Тварына, как ты видишь развитие героев, и что бы ты хотел добавить или убрать в той или иной версии? Сложный глобальный вопрос. Развитие героев в каком плане?
Развитие героя в плане разработчиков – это вот то, что я сказал. Ждем новый город, фикс каких-то уже существующих проблем в игре. Развитие глобальной популяризации героев – это не разработчики. Они должны сделать крутую игру и поддерживать лобби. Все остальное делает само комьюнити. Это стримы, это игроки. Игроков и так сейчас хороший онлайн всегда в ходе. Как минимум, да и в Соде тоже соточка игроков, я так понимаю, ну типа сидит, играет. Это неплохо. Вот. А, учитывая ну, платность контента. Есть мысль, есть надежда, что ну, типа, будет развиваться все, что все только начинается, что этот всплеск интереса к героям, который сейчас, кстати, прошел уже так минимально, вот прям полгода назад прям был бум и в плане количества игроков, и в плане там, количества людей на стримах. Сейчас немножко как бы эта планка упала, сгладилась, но я думаю, что вот осенью к выходу нового дона, это еще побьет эти рекорды. Сейчас очень крутые турниры новые делаются. Яр продвигает эту всю движуху. Другие ребята, там вот поляки начали делать турики. В Польше там комьюнити супер развивается. Мне кажется, вот в этом нужно в план, в тему киберспорта это как-то тащить и популяризировать в плане стримов там и так далее продолжать. И будет круто. Кстати, по поводу Яры. Ты же недавно в FFA на 8 игроков занял там второе место, да? Ну, это ничего не значит, там, типа, не, первое место и все остальные. Ну, формально второе, да. Это было вот пару дней назад буквально. Да-да-да. Кстати, как в целом относишься к тем турнирам, которые делает Яр? Отлично, это супер начинание. Но по сути, он подхватил мою идею шоу-турнира и развил ее. Он, по сути, стал первым, кто начал это делать на регулярной основе, то есть давать контент. И с хорошими призовыми. Даже да, призовые это такое. Это, знаешь, это циферки для, в первую очередь, даже для зрителя. Ну, чем больше призовой, тем больше интерес, мол, о, это типа серьезное мероприятие. И, ну, для некоторых игроков это тоже важно. То есть кто-то зарабатывает, действительно, топ-игроки зарабатывают призовыми, да. Я себя не отношу к этому, мне ну, призовые не так интересны, как сама движуха. Вот. Яр же делал не только типа турики с призовыми, он интересные партии просто комментировал, когда вот эта пара игроков играет, он типа раз и начал, не сам играет, а типа комментирует это все на стриме. Вот, и таким образом он вокруг себя собрал аудиторию уже людей, которым интересно ну, вот такой формат, это круто. Вот, сейчас ребята вот MS Studio тоже подхватили, там свою движуху делают, это здорово. Это новый виток тоже развития геройских турниров. И сейчас, например, турниры от ХВ, при всем уважении, они уже не являются, типа, самыми главными. Все папашки топовые, они, ну, типа, они играют в другие турики. Это показатель. Спрашивает... Хотя ХВ One Love все равно, я играю до сих пор, мне нравится. Ну, конечно. Спрашивают по поводу, есть ли сейчас игроки такие же скилловые и популярные, как Моретти. Ну и сюда можно добавить топ-3 папашки, по твоему мнению, за все время. Слушай, сейчас сложно. Вот за все время, ну, во-первых, есть, конечно, сейчас уровень игры очень высокий. И я бы сказал, что Моретти, попади сейчас современный герой, он бы не был топовым игроком даже. Ну, то есть он бы со временем бы адаптировался, конечно, потому что скилл, как известно, он никуда не девается, но... вообще то, как развилась игра, и, ну, очень сильно. То есть Моретти с его видением игры тогдашним сейчас бы ничего не мог сделать. Даже при всем Моретти для меня это тот игрок, который точно делал лучшие боевки, никто лучше Моретти не дрался. С этим тоже можно спорить. И, там, не знаю, Алекс Зегрет, который, возможно, когда-нибудь увидит этот видос, точно бы такой... Еще кто-то. Но Моретти был крут именно в боевках и... ну, и не только, то есть, но это такое. Лучшие игроки за все времена. Ну, смотри, я не буду брать современных игроков, потому что там реально очень много и польских игроков ворвалось. Сейчас Шопа там творит какие-то, типа, немыслимые вещи. Я думаю, что он всем уже доказал, что, типа, что он реально топ-1. Никто с ним справиться не может. Именно в долгую, на дистанции и так далее. Но тройка за все времена, это точно будет...
Это точно будет АТГ, это будет Моретти, это будет, ну, наверное, все-таки Гамунглус. ФТС я бы тоже приписал, но, наверное, все-таки на четвертую позицию. Как насчет Лаки? Ваня крутой. Кого? Лаки, Лакиев. Лаки топ сейчас, топовый игрок, но, блин, не знаю, он не оставил такого, я назвал игроков, которые оставили... След. След в истории, вот прям так, чтобы вообще. Лаки играет топово, он один из топовых игроков, безусловно, современных, и более того, он обгоняет многих топовых игроков, которых я называю, но именно вот глобально в истории, ну, пока, наверное, нет. Волвин спрашивает, сколько, по-твоему, должно быть городов в героях, если будет много, не получится ли винегрет? Да, какая разница, а сейчас не винегрет? Ну, мне кажется, организаторы сами захотят вычеркнуть ненужные, и все. Не, ну, я просто не совсем понимаю, ну, посыл этого вопроса. Типа, баланс сложно поддерживать. Герой — это такая игра, где стартовый город, он дает тебе стартовые возможности, но не... Ну, все равно есть какие-то, да, победы, но глобально это на баланс не влияет. Это не та игра наподобие камень-ножницы-бумага, где один город бьет другой, и введение нового города, например, типа, ломает к чертям баланс. Поэтому вообще бесконечное количество городов может быть в теории. Гучман спрашивает, причал — это имба? Но сюда же можно вообще добавить, наверное, твое мнение по поводу баланса именно в хоте. Причал не имба. На джебе вообще считается посредственным городом. На Excel-ках ничего не могу сказать. У меня маленький наигрыш в хоте на Excel-шаблонах. Хотя, ну, вроде как он ценится на шестиленке на той же. Имбой он был, наверное, в самом начале, когда только вот хота вышла, тогда все катали за причал. Сейчас он, ну, средний замок, не больше того. На М-картах имба, да. На папить шаблоне. Андрей Ковалевский спрашивает, нужно ли опросы делать по поводу изменений и нововведений разработчикам у папашек типа тебя, Гамунглуса, Стингера? Но есть же группа, где вы можете высказываться, правильно, у них в ходе? Ну, я не высказываюсь точно, если кому-то понадобится мое мнение, со мной можно связаться. Насколько я знаю, то интересуются мнениями игроков. Разработчики не оторваны от комьюнити, они, ну, скажем так, на связи, с этим все в порядке. Но они все равно сами решают, что делать, они просто делают выборку мнений и делают по-своему. Ждешь ли ты появления обсерв-мода в героях? Ну, это, наверное, сейчас самое крутое, что можно придумать именно в плане как раз популяризации героев. Не новый город, не аддон, а именно обсерв-мод. Это позволит реально вывести игру на новый уровень в плане стриминга, в плане проведения турниров, в плане популяризации игры. И это очень круто. Если это возможно технически, и это вообще задача номер один, которую, и если это будет реализовано, я бы это сравнил с одновременным ходом, с появлением лобби, с появлением перестройки библиотеки, ну, то есть просто знаковая история, ну, типа момент в истории современных героев. Так, ну, в принципе, вопросики чатика вроде как заканчиваются. Скажи тогда, что думаешь по поводу этой программы? Что можно было бы улучшить, наоборот, изменить, доработать? Критика. Продолжительность слишком много. 3 часа – это перебор. У Reddit там вообще, по-моему, 4 было. Да-да-да. Вот, а так, это нормально. Хороший формат лайв-интервью всегда лучше, чем интервью какое-то подготовленное, обрезанное, типа живые эмоции. Это всегда норм. Всегда прикольно. Гучман спрашивает, как называется твоя прическа из панк-субкультуры или рокобили? Сайкобили квив. Это типа как раз помесь панк-рок и рокобили музыки. Сейчас я напишу в чатике, как это можно загуглить. И спрашивают, играл ли ты в четвертых героев? Совсем чуть-чуть. Когда четвертый герой, короче, вышли, когда я уже играми не интересовался. То есть у меня вот был, я рассказывал момент, когда я прям играл в игры, а потом уже у меня интересы совсем в другую степь ушли. Потом я как-то начал
появилось какое-то время, я решил поиграть в игры. Высший четвертый герой уже давно на тот момент. Я поиграл, и типа такое, меня не прикололо. Я просто там в трешку еще побегал чуть-чуть. И потом снова забил на игры. Как-то так было. Ну, в принципе, все. Я думаю, можно интервью считать закрытым. Спасибо тебе, что пришел, что был открытым, что ответил на наши вопросы, вопросы чатика, игроков с ХВ, которые... Возможно, так бы тебе их не задали, а так кто-то анонимно, кто-то в открытую, в принципе, задал вопрос и узнал ответ. Спасибо, спасибо за приглашение, спасибо за внимание. Надеюсь, вам было не скучно. Ну, мне точно не было. На стримах. Все, всем пока, ребят. Все.